Лагает? Нет? Вот. Что-то кажется лагает чуть, не? Скучно на летах, не слишком стало душно, душно в городах. И лица под копирку, многоэтажный принтер штампует по утрам, и ты зовешь гулять. Опять на пиле твоя жажда жить. Я пробовал все то, о чем ты даже слышишь спросить. Миленькой улыбки, по моим прикидкам, даже до 20. Не лагает или мне кажется? Да в принципе людьми не стоит дорожить. Я разбиваю твои твои. Ты ненавидела, не позвони мне, не позвонишь мне. Сишка со сишкой. Не лагает? И закрыла рот. Привет всем, мои дорогие подписчики! Но я сегодня вам контент приготовил все равно, ребят. Контент есть сегодня. Так что вы не думайте. Вы что думаете, я просто так? Вы что думаете, я просто так стрим запустил? Блять, вы что думаете, я просто так стрим запустил? Я голову только помыл из душа. Всем привет, мои дорогие подписчики, мои дорогие зрители. С вами Злой. И сегодня, сегодня у меня будет действительно интересный гость. Действительно интересный гость, которого вы очень сильно любите. ББ, это байбэк с доты, мужики. Твои очки, очки, сердечки. Интересно, какой? Вы можете угадать. У нас очень немного времени, чтобы угадать. Он скоро присоединится к нашему прямому вещанию. Не позвонишь мне? Ты меня на куски. Знаете, кто это? Это Илюша Exile. Илюша, мать его, Exile. Сердечки. Блядь, что-то у меня лагает комп. Мне кажется, у меня лагает комп как-то, блядь. Мне даже вебка лагает, не? Или мне кажется? Ох, понабежали, понабежали. Пацаны, с 1 апреля! С 1 апреля! Сегодня же 1 апреля. Такой прекрасный день. Бля, мне лагает или нет? Вот скажите, мне ебало лагает или нет? Я не понимаю. Мне лагает или нет? Я вчера что-то ехал и навспоминал очень олдовых групп. Очень старых групп. Вот эту, допустим. Вы должны знать все. Кофе мой друг. Музыка мой лайк. Все, что вокруг, я могу сыграть. Дорога мой дом, небо моя тетрадь. Пока мы вдвоем, Илюшу ждем. Точно не будем спать. Мой друг, музыка мой драк. Всем привет! Нет, у нас сегодня будет Илюха Exile, сегодня у нас будет Грязючка. Бля, как будто лагает, сука. Ха-ха!
Да, что вы, сука, пишете? Какая грустная музыка. Кстати, донаты можно включить. О! Казиныч сегодня будет лютая хуйня. Я тебе шнобель погну. Музыка мой драк. Чтобы тебя наебали на деньги, ты не смог. Да, Максюша, спасибо тебе. Пацаны, с 1 марта тебя, вас, с 1 апреля. Всех поздравляю. Ебать, я побрился, такой какой-то эрогенный черт стал, такой. Блять, ну сука, нос это... Салют, братик. Можешь передать привет моей девушке Соне? Соня, я люблю тебя. Ой, Соня, привет тебе. Соня, ты классная, Соня. Тебе привет от Димана. Все, что вокруг... Ждем Илюху и читаем ваши донаты. Deadman Trail, блядь. У нас не Бурмалда, мужики. У нас не Бурмалда. Правильно. Да не, мне без Бурмалды. Ой, без бороды лучше, мне кажется, выгляжу, да? Бонусы, если въебешь, я закину купи на 5 копеек. Блядь, ну у меня нос пиздец такой. Музыка мой драк. Отращивай бороду, зачем? Без бороды прикольно же, не? Ну, бля, кадычок уже проявляется, нихуя себе. Ебать, я сегодня на тренировочке был. Что это такое? Ку-ку, Никитосик. Артур, у меня прям очко чешется. Это значит, что либо глисты, либо что надо чесмич-чаш бонуску брать. Он по старой памяти сейчас и панит, я тебе кота своего ставлю. Блять, мужики, ну я ебал, ну что это за движуха начинается, блять? Что это за движуха, блядь? Ну, бурмалдовые донаты приходят по сей день, пиздец. Все, что вокруг, я могу сыграть. Почитаем ваши донаты, ждем Илюху Иксайла. Блядь, да все, хватит, ебать, лол. Почему донаты с бурмалдой? Пиздец. А есть еще, знаете что? Вот такая есть. Плакали, плакали батареи и трубы. Я целую, целую твои нежные губы. Это я не грущу, что Барби не пришла. Просто музыку вспомнил такую. Поняли, типа? Злой респект, помню у тебя еще банана смотрел. Пиздец, вырос самостоятельно полноценного стрима. Разнес, спасибо. Это мои алды. Это мои алды. Это мои алды пришли. Вот. Сколько лет вы меня смотрите? Сколько лет вы меня лицезреете? Мою персону, my face. Пацаны, да там ее губы уже кто не целовал. Оно тебе надо. Бро, слушай, мне это не ебет, кто ее там целовал. Какие 7 лет? Пиздеж. 4 года, полтора. Плюс-минус 5 лет, 6 лет. Вы че, ебнулись? Да ну нахуй. Вы че, выросли? Вы на мне выросли, по сути. Но я что, хуёво вас научил? Было ли такое, что вы меня посмотрели и как-то не по тому пути жизни пошли? Было такое? Что-то типа проебались немного. Типа посмотрели после моего смотри, блядь, этот злой нахуй. Да, оно, по факту расскажите, почему так произошло? Может, это вы виноваты? Ой, блядь, да ты в погузнике срал еще и на тебя, владел малыша. Блядь, ну вот это странно, мужик, не посматривай за детьми, ты что, ёбнулся? Покурил, до сих пор не могу бросить. Это не я, это твои губы печальные, они хотят вот это что-то в ротик брать. Я захожу на Twitch посмотреть, а ты плохой человек. Блядь, вот это пиздёж. Казик, я казино не играю, пацаны. Я казино не играю, я не знаю. Это не ко мне вообще. Это вообще не ко мне.
Изи денечка, я начал курить из-за денчика. Теперь на кумаре двигаюсь, блядь, ну нормально. Колесико, если добрый, блядь, какое колесико, пацаны, мы на Твиче. Тут казино нет. С девушкой общаешься, нет. Ты плохой, ты кинул Барби. Никита, ты совсем ёбнулся, блядь, что ты копируешь? А, вот так значит, да? Ну, такое бывает в жизни, пацаны. Кто-то... Такое бывает, понимаете? Кто-то... Да, я не отрицаю, да, я плохой, да. Я плохой человек в таком плане. Да, кинул, да. Библитампик, Библиосип. Да, да, мужики, да. Всегда надо кого-то... Ну, вот вы выбрали меня. Кого-то ненавидеть, это я. Да. Что с клювом? Вырос такой охуенный. Бля, а что есть еще по нервам? Нервы! Вороны. Вороны прикольные, да? Прикольные вороны. Бля, такие алдовые драки поспоминал. Так прикольно. Бля, грустно, да? Нагрустнить, блядь. Где Илюха, блядь? Мне просто надо в 5 часов уже у Вади быть. Понимаете? Мне надо быть уже у Вади в 5. Поняли? Алло. О, Илюша, ебать, я тебе пишу в ТГ. Шо ты, Илюша? Илюха, шо ты? Ты готов? Ты знаешь, что будет делаться сейчас? Илюха? Илюха? Ебать. Страшно, поезд, да не важно. Бля, Артурчик, да. Хочу выразить огромную благодарность за то, какое настроение ты мне подарил. То, что я 40 раз посмотрел, как ты со стула упал, блядь, это просто пиздец. Серьезно? Как у тебя так получилось, то, что, блядь, я как будто на тебя форстав нажали, блядь. Это просто пиздец. Я не знаю, я... Я пытался понять, как так, блядь. Клип в ТЭ, пацаны, все в ТЭ. Блядь, ну так получилось, Илья. Ну я и думал, что он пауков достанет, я тупо высадился. Я думал, там маленькие паучки, я не мог, понял, сдержаться. Ну чисто каскадеры мне бы, да? С такими полетами. Ну, как минимум. Ребят, сегодня у нас в гостях Илья Exile. Илья Exile, я думаю, вы все прекрасно знаете. Это вот прекрасный человек, талантливый, музыкант. Официально. Просто. Музыкант талантливый. Очень классный мужчина. И еще он не сильно раскрывает свои лучшие качества. Одно из лучших качеств — это просмотр аниме в его записной книжке, так сказать. И сегодня мы с Илюшей... Илюша, дай свою камеру мне, будь добр. И сегодня мы с Илюшей будем делать тирлист по аниме. Тирлист по аниме. Да. Да. Какой-то. Да. Тирлист по аниме. Так что, да, да, вот так. Я же смотрю аниме, я не сильно об этом распространяюсь. Но мы с Илюхой решили сделать такое на 1 апреля классную подборочку для вас. Понимаете? А что у Вади будет? Кайф. Илюха, ты слышал группу Нервы? Да. Вот я прямо сейчас слушаю, блядь, так нравится, пиздец, нахуй. Так вспоминаю вот это, знаешь. Именно этот old статус. Так классно. Бро, давай мне камеру. Да, у меня почему-то она не... Может, она в ВБСе просто? Не, вот как раз. Все переплетено. Запад и Восток. Блядь. Любишь Оксимирона вообще? Ну, по-моему, это не нервы, да, обычно. Тю-тю-тюн-тюн-тюн-тюн. Лёль, скинь мне, пожалуйста, тирлист аниме. Тю-тю-тюн-тюн-тюн-тюн. Поднимаем руки, мужики!
Поднимаем руки! Это мы сидим с типами. Висим на кроватке. Илюха, я надеюсь, мы за час справимся, потому что мне 5 уже надо быть в другом месте. Где тебе надо быть? Ну, Вадим. То, что ты не сказал. Тэп, дэс. Да, удобнее. Тэп, тэп лучше. Сейчас мы Илюшу выведем. Лол, тирлист где, брат? Что, Илюха, поделись какими-то планами, какими-то своими успехами в ближайшее время, что нам... Блядь, чуть бонус бай не начался. Ну так вот, аккуратно, ютубчик. Микрофончик, брат, микрофончик в обоснинзе. Потрахиваешь ютубчик? Я вижу, у тебя очень хорошо получается его трахать. Я говорю так, потихонечку, аккуратненько. Аккуратненько, ага. Да? Без всяких движений лишних. Илюха, будет ролик, на что злой потратит 100 тысяч рублей? Погнали. Или долларов? Просто я ушел с Ютуба, понял? Не вывез конкуренции, брат. С тобой. Со мной? Да. Exile, тирлист, аниме. Такс, бро. Тирлист, аниме. Аниме тут у нас дохуя, но не так прям как бы просто хотелось. Понял? Не сильно много, но есть. Dance for me. Экранчик я тебе включаю сейчас. Я выпил протик? Все, экранчик демонстрируется. Как тебе, есть? Так, так, так. Вижу, вижу. Илюшу погромче. Илюха, скажи что-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, все, девять, красава, десять, красава, да. Красава. Так, ребят, у нас сегодня тирлист аниме с Илюхой Exile. Я анимешник Илюха, анимешник Илюха. Сколько ты смотришь аниме в целом, по вообще в целом? Это какое-то интервью, ну, что ли, начинается? Не, ну просто попиздеть, блять, а что ты думал, просто кликать? Ты что, не помнишь, как я пизжу или что? Ну, так, умеренно. В последнее время не особо, прям часто смотрю, но... Я тоже посмотрел. В ангоинге, ну что, досмотрел Blue Lock, вышла уже последняя серия. Я тоже в последнее время... Токийские Мстители. Токийские Мстители, ну да, это охуенное. Blue Lock тоже охуенное. Вот Blue Lock пиздец мне понравилось. Особенно рисовка, она напоминает мне скитальцев. Я тебе кидал скитальцев, ты видел? Да, 3D там ебанутый вообще. Да, да, вот почему-то мне напоминает что-то и Blue Lock. Мне кажется, это одна и та же самая темка, которую я делала. Бля, ну аниме тут я вижу как и новые, так и старые. Но нормально. Слушай, давай начнем с первой. У нас есть категории. Невероятно. Очень хорошо, хорошо. Неплохо, плохо. Не смотрел. По большей Го? Части будет Чё? Твой тирлист. И мой будем какой-то общему приземлению. Надо как-то, да, как-то компромиссы типа искать. На компромиссы, да. У нас будет конфликтная борьба по поводу аниме. Потому что мы с Илюхой смотрим совсем разные аниме. Но как бы и одно и то же. У нас очень редко пересекаются взгляды. Смотри. Смотри, брат, первое у нас Дота. Смотрел Доту вообще? Да, 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 да. Ну, как тебе, что, как тебе Дота? Я глянул. Бля, ну знаешь, это такое общее мнение о том, что как бы первый сезон ок, второй не досмотрел. Не досмотрел? Почему? Ну, бля, ну как будто типа очень много людей, которые дропнули типа второй сезон. Хотя там и Кристалка, и Лина появилась. Ну, не знаю, у меня что-то вот как-то это. Как-то оно. Не подошу, как-то не затянуло. Первый сезон затянул, второй мне как-то вообще типа что-то. Ну, дропнул я на втором сезоне. Я досмотрел вторую доту.
И тоже хочу сказать, что ну хуйня. Ну, в конце ну, там замес лютый был. Ну понял, типа, как бы оно держит, потому что вот, ну, я как бы в доту играю, и интересно посмотреть просто, как будет локализировать персонажа и так далее. Как будет показывать спылы, и просто вот, ну, с таким интересом смотрел. Я думаю, что если бы я не играл в доту, я бы вообще типа это аниме не но смотрел. Но я тоже бы не смотрел. Но у меня есть очень прикольное сходство, то, что я, допустим, не играл в LoL вообще ни разу, но посмотрел Аркейн. Ты смотрел Аркейн? Да, я посмотрел серии 4, наверное. Ты тоже типа, смотрел? Ну, не, меня тоже оно не втянуло, хуй знает почему. Бро, я тебе скажу так, что если выбирать между дотой и Аркейн, Аркейн это, это просто пиздец разъёб. Да я понимаю, что Аркейн типа жестко ебет доту. Просто ебет во всех смыслах. И качеством, и графикой, и сюжетом. Потому что там сюжет, тут сюжет ближе, блядь, ну там как будто сюжет вообще как по Лолу, понял? А в доте какая-то ответвленность есть и очень сложность. Потому что когда я смотрел первый сезон доты, блядь, мне надо было второй раз посмотреть. Потому что какие-то такие, понял, какие-то документалка как будто. Надо было какие-то моменты подсекать. На две серии возвращаться, а что так, а то. Если, типа, ты одну въебал серию, на второй ты уже вообще нихуя не поймешь, что, кто это такой, что он тут делает, почему так происходит. Куча разных историй. Но для меня Dota это, типа, плохо. Это плохо. Для меня, наверное, больше неплохо, чем плохо. Да. Неплохо, типа, да? Я бы не ставил его прям плохо, типа, это неплохо. Но... Знаешь, на зубок, на разок так. На разок, да, потому что, ну, типа, мы дотеры. Было бы интересно. Я бы еще ну, хотел... Да, ну, да, я говорю, что если в доту не играл, так бы вообще, наверное, не смотрел. Я тоже бы. Вряд ли я бы посмотрел. Но было бы прикольно, я бы, если новый сезон выходит, посмотреть на предметы еще, понял? Чтобы предметы тоже показали в аниме и как они работают. Типа, ну там прикольно, вот типа в первом сезоне прикольный момент, когда он типа первый раз типа с драконом, когда там такие run, little mouse. Ну типа прикольный вообще момент есть. Отсылочки. А второй что-то меня вообще... Ну я видел там... Спылы Лины, я даже не смотрел на этот момент, ну тоже типа прикольно. Ну почему-то знаешь, что типа как бы она прикольно, но не втягивает, типа ебану. Ну да, я тоже согласен. Вот нет желания вот просто бросить все и смотреть, скажем так. Смотри, баскетбол Куроко, ты видел? Да. Как тебе? Я не смотрел вот эти спортивные аниме, не сильно их люблю, кроме Blue Lock, я вообще не смотрел спортивные аниме. Что ты можешь об этом сказать? Бля, ну это классика среди вот... спортивных аниме, как бы я честно, типа, не смотрел много. Я больше такие, типа, моменты смотрел, вырезки какие-то с этим с Акаши. Мне просто этот персонаж нравится, как выглядит. Который абсолют и все такое. Но... Ну, что ты поставишь этому аниме? Я, скажем так, типа, по отзывам, типа, ребят, которые, типа, смотрели, все оценивают очень хорошо, наверное. То есть для меня, ну, невероятно, для меня это, наверное, мастер-пис, ну, типа, что-то лютое вообще. Ну, невероятное, я тут уже ну, подсмотрел несколько. Мне кажется, баскетбол Куроко, типа, очень хорошо, но, знаешь, типа, сложно оценивать. Оцениваю только по мнениям людей и вырезкам. Сезонов там дохуя, блять. 4 сезона, если я не ошибаюсь, да? Да, и типа вот персонаж, который мне нравится, он только на третьем появляется и вот там скрывает ебанутый. Я типа падлу из-за этого. Ну там охуенно антагонист. И все крутится вокруг баскетбола, да? Все они играют в баскетбол просто. Ну да. Ну типа как Blue Lock тоже в футбол играет, как волейбол тоже в волейбол играет. Это... Не, ну Blue Lock... Между... Взаимоотношения между персонажами и так далее. Ладно, к Blue Lock, я думаю, мы еще дойдем. Ну, там охуенный Аоми на дайке, охуенный. У него эсэй охуенный. Эсэй? Да. Сэйю. Это что такое? Актер озвучки. А, ебать. Это ну так по-японски называется? Слушай, я еще позерог по сравнению с тобой в аниме вообще. Смотри, дальше у нас аниме идет, если я не ошибаюсь, это противостояние людей и богов. Вот это из новых, 2 сезона вышло. Видели? Бля, вот да, я смотрел и первый, второй сезон. Короче, типа, вот взять бы им... Ну, короче, сеттинг просто охуенный. Как охуенный просто. Люди история, против богов, что, охуенный. То, что, типа, боги хотят уничтожить людей за то, что они там... И тут Валькирия вызов богам кидает, то, что давайте проведем турнир, и потом, типа, дает им силы. И как бы персонажи охуенные, то, что там... Этот Джек Потрошитель, Геракл, Будда, Никола Тесла будет, типа, это, блядь, этот Леонид, короче, за людей, Адам, очень охуенно все.
Но, блядь, как нарисованы там файты, это просто пиздец. Вот, как бы ты смотришь исключительно на то, что вот он тебя втягивает. У меня из-за атмосферы конкретно. Ну я да, очень потому люблю, что очень много. Я очень люблю сеттинг богов. И как бы там плюс-минус по канону, там и Тор, типа, объяснение его молота, и богов показывают со стороны, типа, то, что они больше не такие, как там, добряки, типа, мы спасем, они больше такие, типа, бэд-эс, гандоны, да, то есть, вот. Вот, короче, я поставлю его на хорошо только потому, что насколько уёбищно там нарисованы бои, типа. То, что понял, есть затянутые, типа, истории, типа, за персонажа, который ты слушаешь, тебе хочется посмотреть развилки, тут тебе рассказывают. Да. Тебе рассказывают про его, типа, историю, которая вот такая... Ну, про кого-то интересно, вот про Джека-потрошителя интересно. Про Джека пиздец интересно было смотреть. Про Геракла интересно, типа, про Будду мне интересно будет послушать. Ну, вот, допустим, вот там был хоть прикольный перс вот этот Сасаки, как его там, блядь, самурай, который, типа, про него... Ну, все равно, короче, слишком затянуто, не совсем динамично. Ну, так или иначе, блядь. Вот им взять, знаешь, этот Fate Night, знаешь, аниме? Да, там ебать вот, драки, брат. Вот, понял, пиздец. Оттуда им взять боевку. Просто вот. И хотя, уже было бы охуенно. Хотя, по-моему, типа, ну, Netflix, типа, нихуёвый студия, типа, спонсирование должно быть, как бы... Ну, вот, мне даже второй сезон больше понравился. Во втором сезоне, вот, бой Геракла, типа, и Джек Потрошитель. Да, уже Джек, что-то, да, типа, это охуенно было. Но мне понравился бой Адама и Зевса, ебать, тоже интересно. Ну, сука... Да. Но первая все равно, серия, вот эти серии с копейщиком, блядь, копейщик вообще не понравился. Так, сука, долго его мариновали, он взял сдох. Во-во-во-во-во. Типа, я такой, блядь. Давай, знаешь, давай так, давай постараемся не спойлерить, потому что тут есть люди, ой, которые... А, точно, блядь. Которые мы будем, типа... Блядь, я забыл, брат. Которые, возможно, типа, не сидят на этом тирлисте для того, чтобы... Типа... Что-то выбрать себе, да. Да. Уже пишут. Ну, блядь, но аниме, ну, хорошо. Я поставлю тоже хорошо. Сядь, да, я думаю, хорошо. Охуенный сеттинг, история, персонажи охуенные, типа. Я вот жду, типа, бой Николы Теслы, потому что для меня это вообще самый фантастический человек из ныне. Как он будет драться, правда? Хуй как, пойми, ну, блядь. Из тех, кто жил, типа, самый загадочный человек. Вот, типа, вот на вопрос, когда меня спрашивают, кого бы ты хотел, ну, воскресить и с ним пообщаться, я уверенно отвечаю, Никола Тесла, потому что я про него сделал... В свое время столько, блядь, рефератов, докладов, что, типа, когда учился у себя в школе, что, блядь, в Америке, короче, для меня это самый вообще такой исторический загадочный персонаж. А почему он загадочный? Чем он загадочный? Ну, то, что он после себя, типа, оставил очень много изобретений, которые уничтожил. Ну, как бы, блядь, знаешь, этот человек, который как будто вот, ну, из будущего пришел. То есть слишком дохуя он знал. Типа, для того времени. Он же электричество придумал. Да, переменный ток. Переменный ток. Он много чего придумал. Катушку Тесла, типа, ну, короче, много он очень чего придумал и, блядь, разъебашил индустрию люди, постоянного тока. И такие люди рождаются раз в тысячу лет, что они приносят вклад на всю историю, вот, блядь, ну, как ну, да. Илон Маск сейчас, ну, может, сейчас меня как-то захейтят, но он все равно внес вклад какой-то в историю, блядь. Да нет, ты что, ебанулся, он точно себя в книге истории вписал, как бы да. Там ни было. Я уверен, что и у Николы Теслы тоже, типа, были какие-то, типа, зашквары, типа, которые, ну, просто... Ну, конечно, На то время про них, типа, сложно было узнать, то есть, и, как бы, передают в книгах тоже, ну, типа. Как-то мы углубились уже да, в другую историю. Стезю. Но мне история нравится пиздец, я исторические ролики, ну, побольше... Ну, от кого бы, вот, ну, вот ты и чат вопрос, вот у вас есть возможность, типа... воскресить какую-то историческую личность, либо, ну, не знаю, Наполеона. Либо поговорить с кем-то из ныне живущих, просто, типа, задать им вопрос, даже если это какие-то, типа, антагонисты из мира, ну, типа, может быть, какого-то австрийского художника, не знаю. Наполеона, интересно. Не, что... ну, вот как так или иначе, типа, ну, даже вот того, как бы, вот тоже интересно, то есть, сколько бы хуйни он ни наделал, как бы, тоже там какие-то... Спросить. Я бы хотел Наполеона, потому что он ёбнутый в плане, ну, типа, он с нуля собрал армию, и его четыре раза против него собирали консилиум вся Европа на Францию, и нихуя ему не сделали, прикинь. И это всегда, знаешь, интересно то, что, типа, как было на самом деле, то есть, ну, да, учебники-то да, как они было передают, на самом... конечно. И как, типа, узнать этот, там же есть, господи, как... Как зовут чувака, который историк? Блять, у него еще блять, забыл, как его зовут. Сократ? Не Сократ, это математик, не. Не, Евгений...
у которого еще есть мем, когда он идет по парку и такой... А, я понял. Вот, он же типа... Панасенков, точно. Да-да-да. Вот он же тоже там говорит про историю постоянно. Наполеона, то, что типа то, что пишет в учебниках, все пиздешь, типа на самом деле там так, типа, ну, насколько я помню. Надо послушать, но мне очень понравилась история Наполеона. Ладно, давай к аниме вернемся, блядь. То, что его изгнали на остров. Да, этот... и он вернулся, еще... блядь, собрал опять армию и пошел дальше, блядь. Потом пытался сбежать. Ну ладно, вы уже узнаете сами, кто захочет, кому интересно. Дальше идет курящий дядя. Я забыл, короче, крутой учитель Онидзука, это, блядь, Мазби из аниме старых. Это просто ебанутая атмосфера. Для меня вот, ну, тот юмор, та кинематографичность, его аниме, как Онидзука, монстр и подобное. Это просто охуительно, очень это смешно. Это, наверное, невероятно, такого... да, ставить надо? Ну, для меня, наверное, это все-таки... Я не смотрел, бро, я не смотрел, честно. Ну, бля, вот это сложно сказать, типа, невероятно и очень хорошо. Для меня, наверное, это больше, типа, очень хорошо, нежели чем невероятно. Ну, так или иначе, это просто пиздец какой. Но... И атмосфера, и шутки, и персонаж, типа, главный герой, он очень забавный. Просто... Можете посмотреть, если... Ну, типа, единственный минус, как бы, и в этом тоже плюс, типа, то, что оно старое, оно 90, по-моему, какого-то 6-го или 8-го года. Да, и качество не очень крутое. Именно сложно будет посмотреть. Возможно, есть, типа, апскейленные версии, как с One Piece, типа, сделали. То, что перерисовали, да. Вот. Но это но просто... может, брат, оно очень... и додает атмосфера, именно та старая темка к этому аниме, понял? Что да, не, такое... это да, это как бы, да, юмор охуенный. И вот раньше, типа, аниме старые, вот они такие более кинематографичные для меня были, то есть это было как фильм, нежели чем как сейчас то, что... Но я из старого, что только смотрел, это Slayers. Рубаки. Они из 90-го... Я даже вот с аватаркой в Дискорде с Онидзукой сижу. Там очень много приколов, и ёбла у них все смешные очень. Надо посмотреть. Такой, я всегда говорю это, брат, но никак не получается. У меня друг Андрюха тоже анимешник заядлый. Он прям One Piece 3 раза пересматривал или 4. По приколу, понял? И он тоже говорил, Онидзука, Гинтама, блядь, это все мое, это я обожаю. Ну да, Гинтама и Онидзука такие, они что? Очень прикольные. Хорошо, дальше идет Дюрара. Я смотрел это аниме, мне пиздец понравилось. Я знаю, что там типа про группировки. Про группировки. Если... Ну, тут разные сюжетные линии, разные персонажи. Я знаю, что там сюжет ёбнутый, но я типа не смотрел, ничего не могу сказать, но по отзывам типа это как бы очень хорошо, мне все говорят. Ну, мне нравится. Я поставлю хорошо, потому что сюжет охуенный. Тут... И еще чуть-чуть мистики такой, знаешь, есть. Вот это я поставлю. Дюруро. Врата Штейна я не видел, мне сложно было их смотреть. Вот пиздец сложно. Честно, я вообще не смог их... Я первую серию, вторую посмотрел, я что-то нихуя не выкупил. И так и я понял, так и я этот... Так и я не смотрел. Артурчик, а у тебя есть пейдж на Шикиморе? Это что такое? Блять, ну ты, конечно, тип. Блять, ну я люблю аниме, но я не углубленный. Не углубляюсь, понял? Ну, прям сильно. Я понял. Типа, я ангоинги смотрю себе перед сном, я что-то там запоминаю, что-то там кайфую, понял? Но прям Шикимори, Парирори, Парирури, вот это, понял? Ну, вот его оценивают, типа, прям как в одной из самых лучших. Это просто пиздец. Что ты скажешь? Я ничего не могу сказать про него вообще. Ты не смотрел, что ли? Нет, я врата Штейна не смотрел. Ну все, не смотрел. Шарю, типа, за сеттингом. Ну, тут можно было поставить и на Куроку, но... Но если поставлю плохо, меня захуесосит сильно. Брат. Блядь, ну ты смотрел? Нет, я не смотрел. Ты бросил или что? Да, я после первой серии забил хуй. Понятно. Так, а вот это что? Я первый раз вижу. По картинке не помню. Блядь, я просто у меня еще хуй. Лол, что это? Что это? Что это такое? А, нет игры, нет жизни. No game, no life? Бля, вот я вроде бы и смотрел, но я вообще не помню сюжет. Я вроде бы смотрел, но я ничего не помню. Я тоже не смотрел. Я на самом деле, типа, не из тех, типа... Бля, я не помню. Я заядлым анимешником, я на самом деле Я не помню, брат. Я то ли смотрел, то ли нет, но в голове не отбилось. Вот это я смотрел, вот это прикольно. Я не помню название. Я,
Я поэтому хотел позвать какого-то просто ебанутого чела. А я не знаю, кто на Твиче ебанутый чел, понимаешь? Ну, ну прям ислам. Ебану ислам. Ну да, который озвучкер. Блядь, ну, у меня контакта нет. Я, ну, next раз мы что-то сделаем с этим. Игры Дарвина, брат. Игры Дарвина, ты видел? Нет, брат. Я видел. Я много чего не смотрел. Я не так много тайтлов, типа, за моими плечами. Все, что я скажу про игры Дарвина, это охуенное аниме. У каждого есть какие-то свои способности, а у типа, главного героя, появилась способность, он может материализовать какие-то вещи, понял? Просто вещи. Подручные. У него не было там супер магии. Там у типа были ебать имбовые способности. Но тут именно такого чуть-чуть. Тетради смерти, чуть-чуть. И смекалочки, и интереса. И плюс девочка там очень красивая и интересная. Мне очень понравилось, я поставлю хорошо. Мне вот зашло оно. Я жду второй сезон, надеюсь, он будет. Так, это про самурая, да? Это бродяга Кеншин, да, самурай. Я не видел. Брат, я смотрел его, блядь, когда мне было лет 10, наверное. Что ты можешь о нем сказать? Слушай, я вообще его понял, типа, смотрел, как вот, ну, Наруто, типа, выходил, и вот Бродяга Кеншин тоже шел параллельно. Там ну, типа, мне оно нравилось, я, типа, старался не пропускать серии, там было время на этом, не знаю, где-то, то ли выходил он поздно на Николодин, либо, блядь, на 2x2, я не помню, смотрел, брат. Супер давно был. Я не смотрел. Слушай, ну... Там охуенные звуки мечей. Ну, типа, неплохо, да, поставить? Не, там, типа, своя тоже атмосферка. Я поставил больше хорошо, типа. Ну, вообще, оно тоже считается, типа, ебанутым охуенным. Там главный антагонист с огненным мечом. То есть, я его очень давно не смотрел. Ну, оставим для алдов, да, чтобы, типа. Смотри, дальше старшая школа мертвецов. Я скажу тебе... School of Dead, ну, типа, если хочешь посмотреть на жопы сиськами там... Типа. Брат, я скажу тебе так, что я просмотрел это аниме за один присест. Я вот так первую серию включил и просто до утра 12 серий переживал, съел и выбросил. Блядь, пиздец понравилось. Но я в момент, я до сих пор не понимаю, как... Я его дропнул раза три, блядь, и возвращался к нему, вот, типа, бро, я не знаю. Там есть момент, когда чел стреляет с АВП, скорость пули ебать быстрая, и пуля успевает пролететь меж сисек, понял? Но прикол в том, насколько должны двигаться быстро сиськи, чтобы пролетела пуля между них. Типа, я до сих пор не понял, как это работает. Потому что сиськи вот так двигаются, и пуля летит, и сиськи двигаются, и пуля между сисек, это пиздец. Но я поставлю неплохо, но мне понравилось. Ну, типа, неплохо. Не сказать, что супер хорошо. Я не поставил бы вровень с этим аниме. Ну, начало, то есть, тут тоже, типа, меня прикалывает все, что связано с зомби, типа, и, ну, в принципе, атмосфера... постапокалипсис такая. Брат, Spy Family. Ну это же относительно новое, это да? Это ongoing, да. Ты тоже не видел, да? Я нет. Я тоже его рекомендуют очень много. Я его не смотрел. Короче, я поставлю очень хорошо. Объясню почему. Потому что сюжет охуенный. Сюжет охуенный тем, что отец это шпион. Враг Британии, да, он в Британии, там я не помню точно вот так. За ним все охотятся, ему нельзя раскрывать свою личность. И чтобы не приворачивать себе внимание, он берет девочку, понял, с детдома. А девочка из детдома, она экстрасенс, она читает мысли. И берет себе жену, находит жену для прикрытия, а жена вообще наемный убийца. И они, никто об этом, никто ничего не знает, кроме этой малой, понял? И они вместе живут, там ее воспитывают, и вообще нихуя никто ничего не понимает. А малая телепат все знает, и может еще будущее предсказывать, но она им об этом не говорит. Она знает, что батя шпион, мама убийца, блядь, и она. А они об этом не выкупают даже близко, потому что у них типа фиктивный брак, чтобы не приворачивать к себе в лишнего внимания. Типа у них семья, вот малая, тыры-пыры. И сюжет разворачивается между этой темки, и очень интересно, очень интересно. Я даже поставлю очень хорошо, потому что второй сезон я не смотрел, нету времени. Так, «Бродячие псы». Я посмотрел 2 сезона, остальные 2 я не смотрел. Не знаю, мне не хватило почему-то. Что-то, кажется, 3-й сезон вообще отличается, блядь, от сюжета. Я что-то не вкурил и нахуй скипнул его. Ну, о нем тоже очень хорошо отзывается. Я его тоже так же не смотрел. Ну, поставим хорошо, не будем сильно. Ну, короче,
Тут история в том, кто хочет, ну я расскажу, кто хочет посмотреть, тут тип, у каждого типа свои способности, они этого типа нашли, и тип умел превращаться в тигра. Ну там лапы у него тигриные были, и у каждого какие-то свои интересные способности, у них агентство, и они решают проблемы. Там тоже группировки, движухи. Очень интересно, очень красивое аниме, очень, графика охуенная. И оно очень олдовое, до сих пор выходят новые сезоны, но уже там четвертый сезон выходит. Но очень охуенная. Так, Жужо сразу плохо. Фэл, ёбище ебаное, нахуй, слышишь, блядь? А ну на первую строчку, блядь, это просто, сука, невероятная, блядь, хуистика, которая существует просто из ныне живущих. Просто все, все идеально, блядь, в этом аниме. Просто все, блядь. Короче, круто, жду Steel Ball Run. Брат, я посмотрел. Просто, блядь. Первый сезон посмотрел. Хуйня. Ну, потом... Да, бля, не пизди, нахуй. Потом тоже, пошел на YouTube и пересматривал вот это Жужо за 35 минут. Ой, блядь! Ой, блядь! Бля, Артурчик, ну ты, конечно, много посмотрел, но ты, блядь, ебал тебя в твою, блядь, жопу. Нахуй. Ну я не понимаю, Жужо. Ну вот, блядь, ну хуй пойми. Но мне не нравятся это гиперализированные, накачанные мужики с этими лицами. Никто ничего не может. Ну первый сезон мне понравился сюжет. Пиздец. Интересный, да. Но я потом... Блядь, как можно? Там просто... Ой, бля... О, сука. Не, там просто охуенно все, добавить ничего тут не стоит. Ладно. Что, все главные герои, все Джо охуенные. Все ебануто, охуенная спасибо. Атмосфера, типа, и третьего, и четвертого сезона, и пятого сезона, и Джолин, и все, блядь, и Джотера, и, блядь, как все. Вот брат, Джо... Афро-самурай. У меня на левом экране просто Жужо. Crusaders. Ну ты такой анимешник заядлый на этом. Ты собаку сел на этом Жужо. Но я но не Жужо смотрел. Очень, да, очень мне нравится. Ебанут. Смотри, брат, Афро-самурай я не видел. Я даже в бар Жужо ходил. Тут у вас есть бар Жужо, а что там подают? Да. Там, типа, напитки и блюда, связанные с названием. В Японии, типа, есть бары. И у нас открыли в Москве подобный. Вот. Смотри, брат. Афро-самурай, это надо Ване Инсайдеру звонить, потому что он... Я его спрашиваю, какое аниме смотрел. Он смотрел единственное аниме в своей жизни, это Афро-самурай. Он говорит, Афро-самурай это ебанутая охуенно. Там 4 серии, там атмосфера такая. Вот я к нему еще не добрался, он так сказать... Я не смотрел. Оставим, не смотрел. 4 серийки там вроде... Да, вот Самурай Чемплу и Афро-самурай вот такие... Смотри, стилевые ебануты. Этот Fairy Tail. Fairy Tail, хвост феи. Я нет. Я не я, смотрел. Я но смотрел... я шарю full сеттинг и full типа главного героя. Бро, хуйня. Такая хуйня, блядь. Но мне нравится момент, когда он на арену заходит в этом в капюшоне и. Вот это единственный момент, наверное. Просто там какие-то дырки, блядь. Этот тип, этот Нац. Ну, вот этот, блядь, забыл, как его имя зовут. Блядь, такой, ну, блядь, ну... Блядь, ну, как вообще полная хуйня. Ну, мне не понравилось. Я поставлю плохо. Потому что мне не понравилось, честно. Вообще. Тут я полностью давай его решение. Я, к сожалению, сказать ничего не могу. Забыл, как называется. Про двух типов, которые стали роботом. Нихуя, блядь, не вижу. Чат, лол, напомни. Я видел его. Мы его на стриме пересматривали. Инуясики, видел? Нет. Инуясики — это аниме, где старый дед, который болеет раком, и молодой тип. Упал метеорит, и они стали роботами. Понял? Но дед начал людей спасать, а тип начал просто всех ебашить. Просто. Там есть сцена, где тип заходит в дом. Я заспойлерю. В семью просто. Он выбирал, он просто, наверное, кибальники считал дом. Он заходит в дом, там мама, сестра готовит еду, и он вот так, просто так, пам. Вот так, руками, пам. Там очень жуткие серии есть, там, блядь, там есть одна серия в ванной с ребенком и отцом, это пиздец, это, ну, типа, я подохуел в моменте, когда это увидел. Это очень жесткое аниме, я ставлю хорошо, потому что, ну, оно охуенное, охуенно сделанное. Убийца гоблинов, видел? Оно очень популярное вообще в Америке, ну, много кто, типа, ну, я, опять же, типа, не смотрел. Я смотрел. Я говорю, он типа в списке, аниме, которых я хотел бы посмотреть. И чё? Легендарное. Ну, блядь, сюжет ёбнутый. Просто в мире, где все авантюристы, а тип один. Да, я знаю, один тип берет задание на гоблинов. Да, и мне нравится, вот, допустим, Fairy Tail, там все такие ха-ха, хи-хи,
хихикают там, там сиси чуть-чуть подпалить, да, там, вот эта детская хуйня. В гоблинах все по-настоящему. В первой серии же гоблины уже тулят какую-то подругу. Прям, блядь, все видно. Прям пиздец. Бро, ну типа, оно очень жесткое. И тип ебашит только как... гоблинов. А как называется аниме? Ты, я помню, мы сидели в этом... Мах-целители. Симплу рассказывал, да, еще? Да-да, Симплу. Это тоже, это легендарное аниме, но потом скатывается в говно. 2-3 серии пиздатых, потом какой-то кусок дерьма. Потому что вообще неинтересно. Я, наверное, поставлю, ну прям... невероятно поставлю ему, потому что мне очень понравилось. Это прям именно базар, понял, базар. На одном дыхании ты чувствуешь атмосферу этого мира. У тебя герой не супер, блядь, там вантаповый, понял? Не вантапает, блядь. Он там, он обычный тип, который просто ебашит гоблинов. И эти гоблины не просто, сука, такие, знаешь, дохляки. Ебать, они хитрые. Ты изучаешь сам этих гоблинов. А, этот гоблин может так, а этот то. Ого, сука, какие же они крысы. Потому что... Я говорю... Это, смотрел очень много видосов по типу, что смотрит там, ну, когда прохожие спрашивают, какое аниме они смотрят. Очень много отвечает моя геройская академия в Японии. И много кто довольно-таки, типа, убийцу гоблинов даже назвал, типа, из любимых аниме. Да, убийца гоблинов очень классный. Хотя оно такое, ну, как бы, не супер хайп. Оно мрачное. Мрачное и настоящее, я бы сказал. От настоящее до боли костей. Мне очень понравилось. Так, ну... Базар. Семь смертных Йосипов. Сука, ну, я бы... Чисто, вот я говорю, ебануто обожаю вот сеттинги вот таких. Есть фильм 7, вот то, что связано с грехами и так далее. И вот, ну, персонажи там все ебейшие, очень крутые. Антагонисты заповеди ебейшие, все ебейшие. Сеттинг охуенный. Но, блять, студии, сука, рисовки на моменте боя Мелиодаса с... Господи, блядь. Эсканором? Эсканором просто. Просто не заплатили. И очень, ну, как бы тоже вот хотелось бы вот как с моментами, как «Повесть о конце света». Хотелось бы... Ну, вот первый, второй сезон охуенно, типа по рисовке. Третий, типа, есть моменты, ну, хотя... Блядь, мне Эсканор ебануто нравится. Просто, мне тоже, он такой персонаж, блядь. Бан охуенный персонаж. Да, Ваде тоже нравится. Пиздец, Бан. И все они очень типа жестко типа развиваются. Вот у меня даже на компьютере бан набит. Ну, я поставлю хорошо, но потом я охуенно, типа, то, что... эта хуйня куда-то. Ну, постепенно, да. Ну, не, я поставил, наверное, все-таки очень хорошо. Ну, типа, просто вот как вот построены... Персонажи и все остальное, да? Донатсу Танзай, да. Ладно, давайте очень хорошо. И сеттинг, и как бы... Очень хорошо. Прикольно, мне очень нравится. Я даже и фильм посмотрел, все там посмотрел. Я тоже посмотрел, но, блядь, ну последний сезон какой-то такой, блядь. Понял? Оно как в Наруто уже. В конце Наруто уже там скиллы, это уже просто, понял, как танго купить. Что ты когда-то смотрел на этот раз на Сюрикен, думал, ебать! А там он просто уже кидает его, блядь. И он такой, блядь, как Сюрикен обычный. И тут тоже, там в конце пришли эти суперсильные демоны, им дали в рот нахуй, они все обосрались. А когда я только увидел, когда эти его братья пришли в мир, думал, ебать, Вась, им же пизда, они же даже не вывезут их. И он всех, да. Их всех там ебали, аж свистело. Там, а потом они какие-то на полпальца, блядь, их просто тулят ногами. Все, блядь. Так, С Эсканором вообще все моменты охуенные, когда только, типа, первое появление в этом баре, когда... И до последнего, бро. Просто до все до последнего я, блядь, рыдал нахуй, конечно, как сука. В самолете еще там. Типа, все охуенно, вообще очень круто. Токийская свастика. Так, ты говори, а я поссать пойду. Токийская что? О, блядь, как оно называется, бро? Токийские мстители. Ой, токийские мстители. Ну, блядь, ну это их группировка. Ну, у них, да, гравировка. Вообще, типа, там, как бы, что в Индии, что в Японии это означает не то, что у нас, как бы, там, по-моему, это символ чего? Символ какого-то, другое это что-то... вообще. Да вообще другого, да, в Японии это абсолютно другое. Сейчас, есть секунду. Блять. Внут.
Вот этот сюрикен означает счастье и благоденствие. Да, чат, вот так. Но я поставлю очень хорошо его, очень хорошо. Я тоже его отнес очень хорошо. Потому что блядь. Главный герой, ну, сука, такая тряпка ебаная, блядь. Блядь, ну да, ну, сука, ну, понимаешь, как бы у него нет возможности. Такая ебаная тряпка, блядь, забей. Просто ну, там даже вот, как бы вот под конец второго, как бы, сезона, там, как бы, тоже есть аналогия, типа, как кого Майки приводит в пример. Вот как Такемичи, короче, ну, бля, вот, знаешь, типа, вот его весь прикол в том, что он, ну, супер юзлес. Да, он супер. Как среди мира бойцов и так далее. Но он, типа, пытается изменить и на этом не останавливается. Даже, типа, какой бы ни был сильный враг, типа, он все равно... Он там что-то пиздит, рассказывает, а там типы как будто, блядь, до двух считать не умеют, понял? Как бы там и Наруто-терапия присутствует и так далее. А вот это... И, типа, и забавные... Ну, кринжовые у них штаны, это единственное, да. Что я могу сказать. Штаны у них пиздец у всех кринжовые. Мне напоминает этот аниме Резера еще со своим главным героем, который тоже нихуя не может и все время пиздит, что-то пытается. Бля, мне, знаешь, типа, вот как бы ты ждешь вот момента, когда он станет, типа, ебануто жестким со стержнем. Вот как, знаешь, как Эрен был, сука, ну нытик ебаный, нахуй. Как да, ты потом заебал стал, ныть. Блядь. И потом просто, блядь, да такое, блядь. Так. Когда в третьем сезоне он говорит, блядь, убейте меня, блядь, пожалуйста, убейте, типа. А вот, ну, в четвертом, ну, передумал. Просто передумал, пошел ебашить всех нахуй. Смотри, про зайку, забыл, как называется. Этот глупый свин не понимает мечту девочки. Я не помню сюжет вообще. Я не помню сюжет. Слушай, я очень мало посмотрел аниме на тему этих... Дорам и так короче, далее. Такое. Я знаю, что это типа супер охуенно. Я не помню тех... сюжет, честно. Я просто не совсем фанат там смотреть про любовь и так далее. В этом есть свой шарм, но я просто типа очень много... Я не знаю, блядь, про что я про любовь смотрел. Смотри, вот это... Ну, вот... эти, блядь. Брат, а видел дядя в ином мире, прирождение дяди? Не, брат, это не смотрел. Я смотрел, ну, это новое, это единственное, что я смотрел в этом жанре. Я поставлю ему хорошо, потому что там сюжет какой. Дядя лежал в коме, понял. Это убийцу гоблинов невероятно уебашил? Ну да. А что он заслуживает? Короче, про дядю. Дядя, понял, лежал в коме 14 лет, вышел с комы, а он был в другом мире, у него суперспособности есть. И его внук пошел навестить, понял? Внука, а типа, ну дядя, я забыл, как племянник. И он там мог показывать, как он жил в прошлом мире, всякие истории, ну, на повседневку, понял? Тут нету каких-то, что-то прям ёбнутого, но оно смешное. Оно смешное и веселое. 17 лет. Ну, это смешное аниме, ну, ты просто вот так, знаешь, лечь, на чили, посмотреть, посмеяться, порофлить. Вот это аниме из этого разряда. Я поставлю хорошо, мне понравилось. Вот это я не видел, сразу говорю. Я даже не знаю, что это. Я видел. Я даже, блядь, я не вижу картинку, нахуй. Сейчас, что это? Я, наверное, не знаю. Декаданс? Или что это? Декаданс, да. Я не видел. Ты видел? Я не видел. Я тоже, да, блядь, открою Шикимори. Декаданс. Короче, не смотрели. Чикимори 7.4. Ну, прошло много лет с тех пор, как из-за прибытия на Землю неизвестной формы жизни, получившей название Гадол, человечество оказалось под угрозой вымирания. Выжившие после внезапной атаки люди построили огромную крепость Декаданс, где укрылись разлившись на воинах и те, кто выполняет функцию поддержки солдат. Бро, однажды нацима, мечтающая сражаться. Бро, давай скипнем его нахуй. Но все равно, кстати, прикольно. Я люблю, типа, постапокалипсисы такие. Я тоже, но что-то я одну серию посмотрел и скипнул. Ван Панчмен. Ну давай, что ты скажешь. Что я скажу? Я скажу, что это первое аниме, которое сначала я подумал, блядь. Ну, типа, тип, который ебашит всех с одной тычки. Но оно так охуенно сделано, понял, что пиздец, что он почти даже нигде сильно не участвует. Ну, там... под самый конец, под что. И ты видишь других персонажей, другие вообще движухи и этого типа. Он вообще ну, на похуях двигается. Вот я смотрел много аниме, где типы ебашут с одной тычки, но они такие типа приходят, все удивляются, как там, блядь, ебать. А с ним как будто эта хуйня не работает. Он просто взял, въебал и все такой.
Я поставлю невероятно, потому что это, наверное, одно из первых аниме, которых я подохуел именно с такой темы. Для меня это, ну, соглашусь с тобой полностью, то, что невероятное аниме. С точки зрения, как сделан главный герой. Ну там, а ты не шаришь, типа, почему он таким стал? То есть ты эту мангу не смотрел? Ну, он 100 раз отжимался, 100 раз приседал. Блять, ну ладно, короче, ты не шаришь. А ну, скажи, ну заспойлери мне. Нет, ты че ебанутый, блядь, я не могу нахуй на 3000 человек просто взять ебануть. Ты че гонишь, что ли? Надо, чат пишет, надо. Я тебе и могу сказать, но это, ну чата нет. Ну, напиши в ТМ мне. Это надо объяснить, типа, почему это так. Короче. Ну все, ладно. Я не буду рассказывать, но моя самая вообще любимая штука, которая используется в аниме, это ранги. Для меня это просто самый пиздец. И насколько там выполнены... Система всё, рангов, всё, да? Да, система рангов. Насколько там охуенные персонажи все, насколько там охуенно нарисованы боевки. Просто все идеально, блять. Просто все. И юмор охуенный. Боевки охуенные. Персонажи охуенный. Сеттинг охуенный, типа. Для меня, да, невероятно. Баки смотрел? Да, немножко. Ну, типа... Ты смотрел Баки? Да, я смотрел все сезоны Баки, и мангу прочитал, и... Блядь, да, ну, наверное, тебе стоит говорить. Ну, прикольно. Вроде бы прикольно, понял? А вроде бы, ну, ебать залупа. Все какое-то гиперболизировано. Эти качки, ну, когда... то. Какие-то движения, ну, блядь. Почему, стой, почему тебя... Типа, тебе не нравится аниме гиперболизированных качков, но при этом ты сказал, что Джоти ты вообще не смотрел. И посмотрел... Ну, Баки не, посмотрел, вот, но... Челы, которые смотрят ролик, типа, за 30 минут, вот этот, типа, аниме за 30 минут... Я вас, конечно, на хую вертел. Бля, брат, я экономлю время. Мы работаем, экономится время, понимаешь? Ладно. Ну, в целом... Есть свои мотивы, бизнесмены. Такое, короче. Ну, неплохо. Бля, прикинь, вот, ну, типа, челы годами нахуй отрисовывают, чтобы какой-то ебанат сорел за 30 минут все аниме. Так нет, так чел на ютубе пересмотрел, перересказал, тыры-пыры. Ну, блядь, ну, сюжет... Ну, по факту, короче. Блядь, каждый, кто пересмотрел аниме, может сделать такой ролик. Типа. Ну, структурированно, ладно, согласен, но все равно. Просто, понимаешь, ну, типа, нравится... что, тебя смущает то, что чувак сжал, блядь, этот песок и сделал алмаз? Или как? Не, ну там стекло? Тип, блядь, просто кентавра поборол, блядь, руками. Ну, такое, знаешь, и тут нет... Кентавра? Ну, не кентавра, а слона огромного, блядь, мамонта. Ну, такое, короче, ну, просто, неплохо. Типа, там же это, ну, не сделано то, что это... Это все равно, типа, люди, типа, с какими-то, типа, невероятными способностями. В этом-то и смысл, то, что это не, как бы, нереальный мир. Короче, неплохо. Как бы он, да? Реальный мир, но со своими, как ебанутыми людьми. Devilman видел? С Юджиро. Devilman видел? Это оттуда, где вот в ТикТоке хайпилось фрейм, то, что где демон такой стоит, улыбается, это оттуда? Не-не-не, я не помню, но это... Скорее всего, тема, скорее всего, я не смотрел. В типа демон вселил. Короче, это... Прикольное аниме на один раз. Все. Потому что концовка, блядь, я ебал эту концовку, бро. Это... Там но такой... Самая необычная концовка, которую я видел в аниме, честно. В ТикТоке было, как он бегал против подруги. Но рисовка охуенная, рисовка классная, сюжет прикольный, но концовка, ебать, я подохуел. Я поставлю хорошо, не хорошего не буду ставить. Вот это я не видел, сразу говорю. Это про роботов, блядь. Вот это, брат. Я его видел. Что скажешь? Это Гуррен Лаганн же, да? Гуррен Лаганн, да, я не видел. И смотрел тоже. Не смотрели, лол, хорош. Hunter x Hunter, невероятный, сразу ебашу. Это, блядь, это, сука, основа, это так называемая база. Это база, того, да. Того, что вот, ну, должен... И, ну, есть нюанс. Тебя называют позером за то, что ты Гуррен Лаганна не смотрел. Ну да, блядь, ну я, блядь, вообще никто, блядь, не спорит то, что это величайшее аниме. Вообще никто нахуй не спорит. Да, никто не спорит, то, что сейчас оно плохо пойдет просто, и вы будете это смотреть.
И почему человек называет, ну, типа, если он что-то не смотрел, типа, почему он позер? Схуяли нахуй. А? Сука. Ну, просто не было времени, мужики. Так получилось. Но X-Hunter... Вы же тоже, блядь, не все пересмотрели гандоны. Брат, что тебе не понравилось в X-Hunter? В Хантере мне все понравилось. Кто-то говорит то, что затянута арка с муравьями, но я нихуя так не считаю. Я прям в это... Вот это то... Вот, короче, там вот есть промежуток, когда они начинают изучать Нэн после того, как они прошли экзамен, и вот они начинают изучать с этим... с каратистом. Охуенный тоже персонаж. Нэн, типа, в башне. Вот там вот мне, типа, было вот чутка скучновато. Но потом, когда показывают, сука, по так называемых редановцев, настоящих, нормальных, бля, нормального человека, блядь, а не этих, сука, ебанатов в видеопарке. Вот тогда становится пиздец, как охуенно. Ну и да, про, и арка пиздец. С муравьями. Ну, короче, не... я только, ну, типа, Гон очень сильно привязывается к своим друзьям, но я все равно, типа, вот как бы вот этот Кай, как правильно... Кайто, да, Кайто, звали Кайто, сколько? Да, я, честно, вот, типа, вот единственный момент, за который я не понял, как бы они там знакомы, блядь, типа, неделю были, то есть, и как бы, и он прям настолько к нему привязался, то, что просто был готов, сука, самому, ну, короче, вот это единственный момент, типа, который, я думаю, блядь, ну, это, типа, он с ума сошел, когда вот это с этой формой со всей, блядь, я думаю, как, ну, как будто, блядь, Кило, типа, чуть не похоронили, типа, он то, что вообще пиздец из себя вышел. Но типа, я готов тебе был скажу просто все то, потерять. Что вот арка с игрой, ну, блядь, вот эти арки непонятные, с игрой, с А, блядь, ну он, да. А, он в детстве его спас. Я теперь понял, почему я иглан, да. Да, он в детстве его спас, брат. Это... Да, да, да. Я что-то забыл этот факт. Это базар. Я ставлю ему невероятно, мне все понравилось. Еще не нравится то, что его не продолжают. Говорят, что мангака умер. В смысле, нет, не умер, нихуя, сука, бля. И вот. У него. Были проблемы с... Ну, это одна из версий, вроде как она правдивая, то, что у него проблемы, типа, со спиной было. То есть он... Это... Ну, сейчас он... Короче, в Твиттере был чувак, который, как Нетера, он выкладывал видос, как он бьет кулаками. То есть на протяжении, по-моему, блядь, лет 10, если я не ошибаюсь. Блядь, серьезно? И этот мангака на этот твит ответил и сказал, что я продолжаю, типа, мангу. И сейчас вроде как он ее пишет. Он продолжает мангу, потому что этот тип бил кулаками 10 лет? Ну, не конкретно, я думаю, по этой причине, но одно из того, что это... Но сейчас он пишет вроде как мангу, если, опять же, ну, в чате могут поправить, типа, то, что да или нет. Но он сказал то, что если он окончательно окочурится, не сможет, типа, дописывать мангу, то мангу должна продолжить его жена. А его жена, знаешь, кто это? Кто? Это создательница Sailor Moon. Ого, что самое интересное. У них там семейка взгретая, блядь, то что, типа, не, ну... муж сделал Hunter x Hunter, а... Она олдовая. Так Hunter x Hunter сам тоже по себе ебать олдовое аниме. Ну, оно, это ж просто адаптация новая, вот это, что мы сейчас обсуждаем. Короче, да, вот, как раз таки я себя оправдаю, то что, типа, вот мне, когда Кайта, типа, вот, ну, то, что вот с ним произошло, скажем так, я, типа, к нему не привык, и мне как будто его даже жалко не было. А вот, ну, Агоны так показали то, что он настолько к нему, блядь, привязался. Типа, вот я поэтому, типа, хотя он как бы спас его в детстве. Но типа, слишком мало, типа, раскрыли персонажа, потому что у него способность такая, то, что он, типа, в казино хуярит, там, блядь, бонус бай у него. Да, да, вот это тоже хотел бы. То, что у него, типа, оружие выпало. И, короче, не показали... Короче, много... Блядь, вообще, в Хантере пизда сколько всего не раскрыто. Ну, просто ебануться. Да, вот там очень много дырок. Вот просто этих. Пиздец сколько не раскрытых персонажей. Я вот, ну, мы буквально, типа, обсуждали... Типа, блядь, Хроло Люцифер, просто ебать какой персонаж, отец Гона, ебать, ну, только появился, типа, но все равно. Илуми, типа, тоже его там способности толком не раскрыли, типа, вообще семья Золдиков тоже. Короче, блядь, столько всего нужно раскрывать. Моментов охуенно много, персонажей охуенно крутых много. Все по этому аниме, блядь, делали свои аниме, даже, типа, создатель Масаши Кишимото, типа, вдохновлялся Хантера и пиздил, блядь, как бы. Ну, кто такой, нахуй, Курапика, блядь? Чел, который мстит за свою семью с красными глазами, блядь. Ну, кто это, нахуй, в Наруто? Опа, короче, кто это может быть, правда, ебать? Короче, вот, как бы очень много... Очень много не раскрыто, породило, да? Породило, типа, других аниме, и как бы сеттинг с этим Неном тоже охуенный.
Все очень круто. Все арки мне очень понравились, за исключением там вот одной тоже перед боями, ну, на арене. Ну, тоже там есть свой шарм, бои на арене это тоже должно быть. Короче, да, вот я бы хотел, чтобы раскрыли Хантера. Этого типа, их тренера и... по Нену, а вот этого типа, что у них у ученики у него, понял? Вот этот в костюме что, карате. Каратист? Да, а он так понял, хотел дать какой-то движ, а тот тренер ему говорит, не давай. Ну, да, тут я думаю, много. Блядь, что он мог дать? Что это было? Понял? Сука. Ну, еще из незакрытых вопросов. Вот у Гона поначалу была удочка, которой он пользовался. Куда она нахуй делась, блядь? Да. Ну, типа, вот, просто в моменте вот он ее использует. Для него это как, ну, главный, я думаю, атрибут персонажа. И тут бэтс, блядь, ее нет. Я думаю, что за хуйня? Ладно, идем дальше, брат. Я забыл, блядь, у меня подруга на руке. Мегумин. Я забыл, блядь, как называется аниме, пиздец. Я вот так же не смотрел. Коносуба. Коносуба... Хорошо. Без... Смешно, классно, охуенно, весело. Советую. Разъем. Блять, оно относительно, типа, когда выходило? Просто давно, как будто, давно, знаешь, давно, типа... давно, давно. Типа, у меня ощущение складывается, что по этим персонажам из Коносубы делали персонажи из Genshin Impact. Типа, как будто они спиздили. А есть просто. Такое, есть. Очень давно выходило, 17-й год. Охуенное аниме. Ну, так что, очень, знаешь, давно, 17-й год. Посмеяться, да. Повеселиться, охуенно. В то же время учителя Онидзука. Брат, слизь. Видел слизь? Нет. Пиздец, блядь. То очень хорошо. Перерождение в слизь, да, блядь. Да, перерождение в слизь видел? Не видел. Ебать. Поставлю очень хорошо, потому что оно немножко выходит из-за рамки аниме, вот Исикая, знаешь, которого, типа, там главный герой, тыры-пыры, а он начал строить базу, какие-то политические движухи, какое-то что-то то, что-то это, там, туда-сюда, своя деревня. Там последний сезон, это просто разъеб, блядь, это я ебал, это просто пиздец. Драки проработаны, охуенно все выглядит, мне все нравится тут. Типа и главного героя там моментик был. Я думал, он настолько сильный, оказалось, что он, сука, слабак и дырявый, блядь. Но очень охуенное аниме. Я ставлю очень хорошо. Мне, вероятно, не поставлю, потому что тоже моментов дохуя рандомных. Башня Бога. Очень хорошо. Просто саундтрек, персонажи, главный герой. То, что тоже не раскрыто, как бы много чего. О, я мангу читал. Его друзья и так далее. Просто очень отлично все. Охуенно, особенно, блядь, саундтрек, я пиздец кайфанул. Вот я не знаю, там есть один трек, когда говорят про этап, то, что есть бык, который очень сильный, да и даже там намного... И вот этот чел, который, ну, как бы не самый сильный, напрыгивает на него с ножом, чтобы защитить друзей, и там такой, блядь... Да и драм энд бейс играет, и очень много электроники. Там вообще, по-моему, аниме длится что-то, блядь, 1.5 часа, саундтрек на 3, что-то как-то так. Да. О, черные быки, ну, да. Или всего 3, черный клевер. Ну, это, блядь. Черный клевер, черные быки, слышу, говорю, блядь. Но это, знаешь, как Fairy Tail, но без хуйни. Типа... Бля, вот я думаю, куда его ставить, типа, в невероятное, либо очень хорошо. Типа, разъеб. Сюжет, я думал, блядь, опять Fairy Tail начался, понял, какой-то дырявый. Но тут не так, тут пожестче. Тут есть такие моменты, блядь. Короче, для меня, наверное, невероятное это аниме будет. Для меня тоже. Мне очень понравилось. Каким, знаешь, вот типа, особенно после просмотра Наруто, очень тоже похоже. Но то, ты же смотрел, полностью досмотрел его, я, да? Я полностью, да, досмотрел и. И охуел, блядь, в конце, наверное. Охуенно. И все охуенно. Ну там сейчас фильм будет выходить. Блядский фильм, который, сука, никак, блядь, по-моему, не относится не связан, к основному не связан, сюжету. Да, не связан никак с сюжетом. Я ебал вообще в рот, нахуй, вот таких фильмов, типа, которые вот, ну, 10, блядь, фильмов по Наруто, которые никак, сука, не относятся к сюжету основному. Ну, мангу читали, но я видел. Когда там пиздец полный произошел, блядь, и все боевки, и персонажи, и, сука, Ями, блядь. Я, брат, бы хотел, чтобы у нас 25 был... минут осталось. Сука. Нам надо ускориться, сука. Но мы так пиздим, надо насчет этих аниме, их дохуя еще. Типа... Ладно, ну, короче, тут мало что говорить. Охуенные персонажи, охуенные, типа... Мне понравился Король Магов, брат. Тот, когда да. Он появился тогда, я охуел. Такой, он очень скрытный. Ты сначала думаешь, что он гондон ебаный, а потом такой, блядь, ну, вроде нет. Потом вроде охуенный, вроде...
Да не, он всегда таким добреньким был, но он так ебашится охуенно. Ладно. Да, да, вот это только не надо писать, он еще не знает вот это, я тоже шарю за эту хуйню, поэтому... Доктор Стоун, что скажешь? Невероятно. Тоже невероятно. Просто один из самых лучших сеттингов, типа, который просто, типа, постапокалипсис, весь мир превратился всех людей в камень, прошло сколько, 5000 лет, и первым... Из камня выхуяривается самый умный человек на планете. Блять, что просто продано нахуй. Плюс классно то, что типы, ну, один тип вообще как-то случайно вылез и начал вот это думать, мыслить. И даже по аниме можно понять, устанавливать все. Да, и как работают какие-то химические процессы, как вообще что-то работает. Понял? Не только прикольный сюжет, но еще и познавательно. Мне понравилось. Да, да, нереально. Ты много, ну, даже, типа, узнаешь для себя, как бы... как, знаешь, в Assassin's Creed играть и познавать историю через... Да, через Assassin's Creed. Через игру. И тут, как бы, ты понимаешь, что вот если тебя превратят в камень, ты вылезешь, что ты нихуя не сможешь сделать, да, потому что ты все забыл. Так, и ты знаешь, что нужно искать помет летучих мышей и все. Твое имя? Ну, так... Блядь, ну, это, типа... Ну, блядь, ну, хорошо поставлю. Ну, не сказать, что... Прям... Реально? Ну, блядь, ну, я... Ну, хорошо, ну, не меня, ну... Ладно, блядь, очень хорошо, наверное. Ну, невероятно я не хочу поставить. Потому что это одноразовые эмоции какие-то. Понял? Я даже не вспоминаю о нем. Ну, базар, тебе решать. Я просто не совсем фанат, вот, говорю, любовных историй и так далее. Но ну, тоже, типа, очень прикольно то, что они как бы там... Брат, вот это аниме хуй знает, что это такое, блядь, что это? Что я это? Смотрел, да. Что это такое, чат? Ну все. Очень приятно, бог. Я не видел, нахуй, скип. Герой щита. Хуйня. Смотрел? Первый сезон прикольно, второй я даже не начал смотреть. Я посмотрел две серии, блядь, такая какая-то ебанина, блядь. Ну, не, ну, сюжет первой серии я охуел, понял? Такой пиздец начался там, ебать. И понимаешь его цель, что он антагонист, типа, для них он злой, и он так пытается тоси-боси. Прикольно, охуенно. Первый сезон хорошо, второй ужас. Неплохо, неплохо, потому что первый сезон больше понравился. Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусу. Я ставлю хорошо. Ты видел его? Я посмотрел пару серий. Я тоже смотрел пару серий, мне понравилось. Но что-то я до просто... конца не досмотрел. Я потому что посмотрел, типа, Сакамото. Наверное, не смотрел такое. Что-то знакомое супер... такое. Супер, а, Сакамото, это тип, который в школе учился, он такой идеальный был, да? Да. Типа, блядь, хуйнёй страдал там. Бля, да? Как охуенно. Мне Сакамото пиздец как нравится, просто... Очень, очень забавно, вообще. Но он на уровне с ним, только тут тип вообще ёбнутый, экстрасенс какой-то. Ну да, да, я знаю, да. То есть там очень много, я очень много моментов видел с его участием. Я ну, говорю, что не могу сказать, что как бы, смотрел и оценить полностью. Короче, просто... хорошо, поставлю, мне нравится. Магическая школа. Магическая битва. Магическая битва, я думаю, ты смотрел 100%. Да, 100%. Конечно, охуенно. Блядь, я ставлю тоже, невероятно. Типа, вот это... Базар. Блядь, и в фильмах охуенно. Второй просто, сезон блядь. Летом выходит, брат. И фильм, связанный с сюжетом, ты понимаешь? Да, просто, знаешь, вот типа вот момент, вот этот момент, когда чел в класс заходит, блядь, это просто вот, пиздец. Вот когда из фильма да, это главный разъем. Герой. Просто мне... когда он заходит в класс, я могу это пересматривать бесконечно. Бро, я мангу смотрел, там пиздец. Это сейчас будет экранизация манги, и как раз будет арка про этого типа с синими как глазами. Как все аниме. Блядь, это сейчас будет лучший сезон, мне кажется. И он выходит летом, блядь. Через 2 месяца уже выходит второй сезон. Мне кажется, это будет просто разъёб. Про молодого, как его, Сатори? Годжи. Сатори Годжи про молодого, блядь. Сатору. Это просто будет пиздец. Я жду очень сильно. Эльфийская песня. Эльфийская песня. Я ее посмотрел первый раз на Твиче. Ну, когда мал был еще, лет 8-9 назад. Тип на стриме смотрел, прикинь, я вместе с ним смотрел. Там на 20 зрителей, на 30. Ну, я ставлю очень хорошо. В свое время я подохуел от сюжета, пиздец. Очень охуенно. Окей. Ты не видел, да?
Нет, не видел. Я даже первый раз слышу. Blue Lock ставлю невероятно. Для меня это что-то новое. Ну хуй знает. Ну типа невероятно, как будто... блять. С натяжкой? Ну оно супер охуенно, базару, но типа вот как будто вот ты прям... Знаешь, просто это, да? Вот, это прям настолько тебе... Ну типа, блять. Ну что, объясни, почему нет. Ну знаешь, ну вот я типа кого не спрашивал, все говорят, Blue Lock просто пиздец охуенно. Ну, типа, лучше, чем баскетбол Курока? Нет. Лучше, чем волейбол? Точно нет. Бро, то есть, а я не видел там охуевшие персонажа, и пиздец, как я обожаю, типа, Blue Lock, и смотрел в ангоинге абсолютно каждую, типа, блядь, субботу с пацанами мы собирались. И, как бы, я охуенно, но, блядь, короче, ну, точно не невероятно. Очень хорошо. Ебал я в рот. Очень много, блядь, думает он, сука, на поле. Пиздец, ну, типа... Да, он заебал, или, блядь, игры нет, а не думает, ладно. И, ну, и конкретно вот за моменты, блядь, с Батчерой, ну, типа, там пиздец, матч уже длится, сука, 5 серий их. И тут, блядь, ну, Батчера, как бы про него интересно послушать, но в тот момент иди ты нахуй, блядь, со своим демоном, ты, блядь, гондон ебаный, да, сука. Да, неинтересная хуйня. То есть, у меня появляются персонажи такие, как Рин, и, типа, про него хочется что-то узнать, и тут, блядь, ну... Батчера, блядь, разнылся на поле. Типа, плюс 3D там есть вот моменты уебанские. Как, ой, как они просто бегают смотришь, по полю, это полный смотришь пиздец, вот да. Это, блядь, вот эту хуйню. Ну, короче, я бы не сказал, что это невероятно. Что-то... Для меня невероятно, это что-то как, ну, разъеб индустрии, типа, понял? А тут нет. Ну, ты просто понимаешь, ты видел, знаете, спортивное аниме. Я первый раз его увидел, и мне все понравилось. Не, ну, ты... Типа, по сюжету. О, моя, вот это, блядь, это охуенное аниме. Я, знаешь его? Напомните название, я забыл. Я видел его. Я видел, кажись, один сезон есть, если я не ошибаюсь, или два, и фильм. Или один сезон и фильм. Это тоже иссякай, понял? Что тип попал в другой мир хроники маленькой девочки. И он в этой девочке. Сага девочки Таня? Да, бля, это разъеб. Да, мне очень про войну что-то? Да, про войну. Я ставлю хорошо. Ты видел? Ты что скажешь? Или ничего не скажешь? Не, не видел, не видел. Дороро. Я на ютубе пересмотрел. А, иди нахуй. Не, ну я посмотрел 5 серий, потом бля, это забил вообще, хуй. Это одно из самых, блядь, по-моему, первых экранизированных аниме, ну потому что здесь есть старых. Так же, как... Да, есть, короче, старая версия, там Дороро и Хакимару, типа есть Дороро, это, то есть, более свежее. Для меня, наверное, это, блядь, вот что-то между очень хорошо и хорошо. Ну, мне такое себе. Но я... Мне не сильно понравилось. Ну ты, блядь, ну ты не мог, сука, ты, знаешь, вот типа, когда ты посмотрел за 30 минут, можешь идти нахуй. В смысле за 30? Я посмотрел 5 или 6 серий, и потом, у меня не было времени, я думаю, блядь, надо досмотреть, но впадлу, и на ютубе досмотрел. Там были, ну, короче, я, наверное, поставлю больше хорошо, то есть мне, вот, блядь, короче, есть там серии, на которые как бы похуй, но ну, персонаж главный охуенный, и как бы и Дороро охуенный. Ну, Химару охуенный, типа. Брат, очень нравится. Видел Хельсинг? Я и смотрел. Да я тоже не типа, смотрел. У меня тоже в списке он. Я думаю, когда же, сука, за него возьмусь? Шаман Кинг. Я Шаман Кинг это... объективно скажу, что новый Шаман Кинг, ну, мне я не досмотрел. Для меня это понял... Вот с точки зрения того, как давно я его смотрел, для меня это, наверное, невероятно. Просто пиздец. Ну, первый сезон, да. Но там дыр, блядь, тоже дохуище было. Тоже вот, сука, я рыдал, как мразь ебаная, когда из него... Просто вот я смотрю на Николодине, момент в 11 часов. Просто в 11, да. Когда к нему брат, типа, забирает у него вот эту душу. Маме, я просто плачу, блядь, мне мама заходит, я в слезах, говорит, еблан, тебе в школу завтра, хули ты, блядь, смотришь? Я просто пиздец. А мне, там, мне знаешь, момент много, понравился какой? Много охуенный сеттинг, типа, с этими шаманами, со всеми. С вот чел, этим... блядь, с этой прической. Не, мне понравился земли, чел за Зиком это... ходил, такой маленький афроамериканчик. Такой с афро-прической такой, и потом его я обидели, понял, и мне так обидно за него стало. Я ставлю тоже невероятно, это охуенное аниме. Невероятно, это да. Ну, культовое. Культовое, да. До этот Гинтама не смотрел. Это то, короче, ну это культовая хуйня, которая типа вот так же. Ну, типа вот можно поставить, его не смотрел, либо ну типа 100%, знаешь, как это. Не смотрел, брат. Как это алхимик, типа стальной, это тоже как бы невероятно.
Да, я позер, я не смотрел. Так, про вот это хуй знает. Дорохидора. Бля, вот короче, там рисовка просто ебейшая, атмосфера ебейшая. Главный герой Кайман охуенный. Типа, я, наверное, его поставлю в очень хорошо. Очень хорошо, окей, и, типа, я не видел. Там, короче, сеттинг в том, что есть два мира. Мир волшебников, который, типа, охуенный, и мир, типа, тех, кто не обладает магией. И волшебники туда заходят, чтобы просто, ну, как кто-то своими целями, типа, повеселиться, поубивать, типа, людей, типа, ну, со смеху, типа, потому что для них это сброд. А Кайман — это вот чел, который... Ну, блядь, тоже, наверное, много чего не буду говорить. Ну, типа, это ящериц, который вот ебашит вот таких как раз-таки выскочек волшебников. Скажем так. Надо посмотреть. Ты хорошо, ну, жестко, жестко момент, когда вот этим лезвием просто поебало вот так вот проводится. То есть там много. Ну, маглы, да, вот типа, знаешь, как в Гарри Поттере, типа, вот есть маглы, есть волшебники. Mm-hmm. Типа, над маглами, типа, издеваются. Клинок неплохо, но можно было бы и лучше. Я считаю, ну, типа. Неплохо, можно было бы и лучше. Почаще. Я бы даже плохо, наверное, поставил. Я бы вообще бы поставил хуй сня, поставил... блядь, какая-то, понял. Трэш, блядь. Трэш, ебаный куски дерьма с этими мечами, какие-то демоны, блядь. И студийной бандой вот этот озвучкер, блядь. Тоже, же, блядь. Лучше бы просто, блядь, тип... текстом озвучивали без озвучки, без голоса. Просто писали бы субтитры, блядь. Лучше было бы, пиздец. Ладно, если говорить честно, то, блядь, ну, невероятно ставлю... Потому что... Вообще, без лишних слов, нахуй. Да, тут даже не надо ничего говорить, ничего обсуждать. Просто нихуя не говорить, просто невероятно. Второй сезон и пиздилки, это я ебало валил. А эти мыши накачанные, блядь, да я ебал. Мыши накачанные, это просто... ну. Бро, это пиздец. Это той, кем я хочу стать. Ничего, будет у тебя еще возможность. Тетрадь смерти невероятно. Невероятно, да. Ну, это культ. Это культовое аниме, тут, да, вот как, это... Как бы после определенного момента, ну, который произошел, на вот появилось два типа, два на которых похуй абсолютно. Конкретно, знаешь, вот меня тетрадь держала вот и... Я понял, к какому моменту. И держит только потому, что там L есть. Вот. Да. Это охуенный тип. Не будем вот спойлерить, может, кто-то не видел. Все мы люди, все занятые. Вот это я не знаю, что за аниме, брат. Я тоже первый раз вижу. Не смотрели. Я видел экранизацию вот этого аниме. Триган? Триган, да. Но я не смотрел его. Оно в списке. Я тоже много видел. Тоже не смотрели. Ну, следующая это хуета. Типа для детей. Нахуй, блядь. Первая серия уёбищная, нихуя не затягивает сеттинг да уёбищный. Какие-то великаны бегают, переростки, блядь, типы. Вы, блядь, научитесь смотреть аниме. Просто, просто детская, типа, ну, для каких-то школьников. Люди людей едят, пиздец, ну хуйня. Ай, блядь. Не, мне вот... Сюжет не затягивает, ничего, вот, ну, типа, сразу все понятно. Как бы, блядь, все читается, абсолютно весь сценарий. С первой серии, типа, сразу все очевидно. Короче, я скажу так, что мне сезон в «Атаке Титанов» не понравился про семью, когда там рассказывали про охотника вот этого, понял? Блядь, так душная хуйня, пиздец, блядь. Блядь, не мог смотреть. Но я досмотрел через силу. Вот это уебищная серия, когда... Это... Когда Эрвин, типа, они бегут вот на этого звероподобного, типа, вообще никаких эмоций. Ой, да, это вызывает. Пиздец. Это, блядь, ну, это пиздец. Кстати, это ебану... Это, наверное, лучшее, что я видел. Ну, это 19-я серия считается лучшей серией вообще, в принципе, из всех аниме. Типа, у него оценка 10. 9,9. Я думал, что, типа, понял, вот все эти эмоции, которые он испытал в этом моменте, когда с ним дрался. Блядь. Ну, сука, я такое чувство, что я... На японском, если бы ты еще смотрел, то «Шизус и Сагио», блядь, это просто пиздец, нахуй. Бля, это просто как пиздец. Будто я пережил, блядь. И потом, когда Леви выскакивает. Да. Вот я, ну, сейчас вышел фильм, и просто момент, когда говорит, иди сюда, бородатый, блядь. Ой, блядь, как я, сука, жду всего, нахуй, этого. Я мангу не читал, и вообще, в принципе, типы, которые, когда есть такая экранизация... И читают мангу. Слились и пошли читать мангу. Это, конечно, девочки, типа, которых нет, ну, просто никакого стержня абсолютно. Да, они не могут ждать. Дождаться экранизации — это пиздец. Смотри, «Убийца Акаме» я ставлю хорошо, очень хорошо, наверное, «Убийца Акаме». Очень хорошо, да, 100%. Потому что это типа первое аниме, которое его... Просто все персонажи ебанутые, блядь. Меч достает.
Смотри, нахуй, мне вообще похуй. Смотри, вот так делаю. Оп! Ай! Осторожно, блядь! Ебать, меня шачка сжалась. Вообще похуй, понял? Я к нему не восприимчив. Убийца Акамы — это первое аниме, где я увидел, что герои не бессмертны. Типа... Да-да-да-да. Это пиздец. Я не ожидал. Слушай, это вот, блядь, то, как нужно описать, когда ты такой... Бля, какой охуенный персий. Как, знаешь, как в это, в Игре Престолов. Да, такой охуенный персонаж. Бам, его смотри, ёбнули. Смотри, смотри, смотри. Смотришь? Я смотрю, брат. Оп, а теперь посмотрите на свою жопу. Бля, ты меня просто обрезал. У тебя теперь обрезанный, Илюха. Все. Хорошо, дальше у нас первая серия, знаешь, типа, все так хорошо, и концовка серии просто ты в ахуе. Она уже держит. Я музычка вот эта. Винланд Сага. Очень хорошо. Я второй сезон сейчас выходит. Но он затянутый чуть-чуть. Да, тоже затянутая, но охуенная. Пиздец, очень хорошо ставлю. Не легендарная, очень хорошо. Но легендарного надо немножечко какого-то экшена, блядь, добавить. Потому что второй сезон я вот посмотрел на 5 серий, я такой, блядь, ебать, ну что с типом стало, пиздец. А, потом, Синий экзорцист, видел? Опенинг, кстати, Винланд Саги, блядь, тоже один из лучших. Да. Синий экзорцист полностью шарю за сеттинг, что там как, типа, не, ну, видел. Не смотрел. В свое время подохуел, блядь, просто. Да, он, короче, типа, вот в свое время что-то хайпил, пиздец. Очень охуенное. И второй сезон я видел, и первый сезон, герои охуенные. Вот этот сыни, вот этот, это пиздец. Я очень хорошо ставлю, мне очень сильно понравилось. Боксер, робо-боксер я не видел. Я тоже не смотрел. Потом идет... Бог старшей школы. Мне... Бля, я посмотрел, я его дропнул, сука. Не понравилось. Я его тоже дропнул. Как-то все так странно, блядь. Такая какая-то... Ну, как будто поебень, понял? Непонятная поебень происходит какая-то. Вроде бы ты смотришь какой-то замес, а потом какой-то поебень. Я ставлю плохо. Мне не понравилось, пиздец. Ну, вот блядь, плохо я бы не ставил, я бы ставил, наверное, больше неплохо. Ну, неплохо, ну, типа... да. Ну, блядь, да. Ну, я просто его дропнул, и ничего не могу про него сказать. Мне не понравилось. Вот я что-то начинал смотреть, потом что-то... Царство, ты, блядь, ты фанат царства, блядь, пиздец какой. Ты мне постоянно говорил, смотри, царство, царство, царство. Смотри, царство, да? Я не видел, бро, я не видел. Чё, блядь? Вот это ты видел? Это царство, нет? Да. Ты видел его? Ты не смотрел царство? Нет, а что там? Ты чё, пиздобол нахуй? Не, серьезно, я не смотрел, я проскипал. Да ты пиздишь. Не пизжу. А что там такого? Зачем его смотреть? Да я увидел картинку вот эту, я такой думаю, да ну нахуй. Блядь, ладно, понял. А что там? Иди нахуй. В смысле? Давай, рассказывай. Я клянусь, я не видел. Ты мне, по-моему, блядь, пиздец как давно, говорит, смотри, сука, царство. Нет, Илюша, я не говорил, честно. Ты говорил мне то, что там, ну, вот, ну, бои междоусобицы, типа, в Японии. Что это за аниме? Нет, я вообще такое... Это я про книгу рассказывал тебе вообще. Ты иди нахуй, ты заебал, блядь, он меня троллит. Нет, серьезно, я не смотрел, я не знаю, я клянусь, я не знаю, честно. Ты я мне просто знаю. Рассказал про какое-то аниме, где, типа, есть, ну, типа, в Японии что-то, ну, какие-то армии, типа, во времена... Бро, ты что-то напутал. Бля, просто у нас, типа, понял, в компании, когда ты говоришь «клянусь», это, типа, пиздец, типа, уже все нахуй, за рамки. Вот только ты мне, как бы... Ты меня я понимал, что ты меня троллишь, но ты сказал клянусь, и я сходу типа отступил. Не, я... Блядь, я серьезно тебе говорю, я не видел. Про Японию я рассказывал. Поклянись мамой. Ну, мама святое, нахуй. Не-не-не-не-не. Не, подожди, ну ты же уверен в этом. Бро, а вдруг я где-то, блядь, в ТикТоке его видел случайно, и чем клясться, нахуй? Не, это хуйня, блядь. Ну, в Китае, ладно. Короче, ну, я не знаю про это аниме, я его не видел, серьезно. Ты видел его? Блядина. Ты видел его, брат? Я просто его видел, но не смотрел. Ну все, тогда не смотрели. Пиздобол ебаный, что ты скрываешь? Нет, я отвечаю, не видел, я книгу читал. Безымянный самурай, я читал книгу. Санабунага и Огда. Я про не книгу рассказывал, но не про аниме. Моб Психо 100, я поставлю хорошо. Не, очень хорошо. Очень хорошо. Невероятно не поставлю, потому что там первый сезон охуеть как уебал меня, но конец первого сезона я расстроился. Это имба. Я расстроился, я думал, там этот моб будет ебать, аж свистеть будет. Оказалось, все по-другому. Второй сезон... Ну, это один создатель от
One Punch Man. И третий сезон такое себе, блядь. Ну. Короче, про подругу с бокса я не видел. Я третий тоже не досмотрел. Но первый-то, блядь, когда вот, сука... В переулке они пиздились? Нет, не в переулке, а когда, господи, его учитель заходит и притворяется, типа, главным злодеем. Да, блядь, это просто пиздец. То, что он каждый раз строит ебальники, типа... Ну, на уверенном, брат, бля, на уверенном. Типа, когда говорит, учитель здесь, типа, очень сильное проклятие, он говорит, для меня оно настолько слабое, то, что я его не чувствую. Как это, сука, охуенно. Смотри, подруга с бокса, я не смотрел, я видел в ТикТоке только. Романтика. Бля, Гондон, вот, сука, ты мне про царство наебал. Нет, вот это я видел пару серий, вроде бы прикольно, вроде бы хуй знает. Поставлю хорошо, неплохо поставлю, вот этот. Видел его? Нет, я не видел. Ну, неплохо. Я пару серий видел, прикольно. Пламенная бригада я ставлю легендарно, потому что это пиздец, бро. Это пиздануться. Звуки, главный герой. Звуки, это пиздец. Вот тот момент, когда его братик появился, в моменте. И он такие звуки делал. Вась, я думал, я сосу. Я клин... Блядь, это невероятно просто. Я ебашу невероятно. Это легендарная хуйня. И еще он от разработчика Soul Eater, а я обожаю Soul Eater. И говорят, что это все в одной вселенной происходит. Блядь, это пиздец. Я обожаю Soul Eater. Ты видел Soul Eater аниме? Алдовое. Нет, не смотрел. Блядь, это легендарное аниме. Надо посмотреть. Так, вот это что такое? Я не знаю. Вот это знаешь, что такое? Что это? Это не Евангелион? Евангелион, я не видел. Я тоже его не видел. Потом... Вот ну, это... я шарю, типа, что там происходит. Это что, Битлборги, блядь, что это такое? Вот это я не видел тоже, нахуй. Вот это я видел, паладин, про паладина, где его воспитывали склет, нежить и... И банши, прикольные, классные, такое добренькое, знаешь... И интересное. Вот посмотреть для начала можно. Ну, хорошо поставлю. Прикольное. Ты видел его? Mm-mm. Это с ангоингов. Dragon Ball не смотрел? Ты уебище ебаное. Ставь, сука, в невероятно. Почему? Я не смотрел. Быстро, блядь, нахуй. Ставь невероятно, да. Хуйня, блядь. Тип 800 раз уже превращается. За месяц он... Блядь, сука, 100 раз ебаная, превращается. Ты понимаешь, он, блядь, что цвет волос это... чаще меняет, чем я воду пью, сука. Это просто это в силу того, что, ну, возможно, оно не такое интересное, как... Но это просто, типа, культ, нахуй, аниме. Культ, из которого, блядь, просто все, сука, создал. Все аниме, блядь, вытекающие, нахуй. Но я это не просто... смотрел. Я фильм смотрел. Это просто, вот, ну, сука, вот... Это основа, это, ну, это база, блядь. От чего все пошло. Короче, и класс, в принципе, сука. Класс убийц видел? Ну, понимаю, что там, знаю, что нужно, типа, убить осьминога. Да, ну, хорошо поставлю. Ну, такое, хорошо. Хуйня. Вот паразиты. Это паразиты очень хорошо ставлю. Пиздец. Легендарная хуйня. Да? Очень хорошо, бро. Сюжет, и как герой менялся, персонаж. Как, какие темки были. Из такой хуйни раздуть. И плюс шуточки интересные. Ты как тип шутил. Ты что, мной дрочить будешь? Я ж твоя рука, там вся хуйня. Собака эта летающая. Ну, я ставлю очень хорошо. Ты куда? Ты что скажешь? Ну, твое дело. А ты? Там вроде как концовка, типа. Концовка? Я тоже не понял концовки. Токийский гуль. Плохо. Запороли нахуй. Куски дерьма. Да хуя этих по зерку появлялось анимешные, которые ни разу не смотрели, блядь. Что ты скажешь? Это реально плохо. Ну это реально плохо, брат. Это полная хуйня. Типа, я не знаю, чего тут можно кайфануть. Не, я знаю то, что типа манга типа в X300 раз лучше. Ну да, но все повырезали, все переделали, суки. Ладно. Ладно, я поставлю хорошо. Не, серьезно, хорошо. Почему не супер хорошо? Объясню. Вы повырезали моментов с манги дохуя. Первый сезон охуенный. Пиздец. Вот именно в конце первого сезона я подохуел. Второй сезон рыба с маслом. Третий, блядь. Это вообще залупа. Ну и четвертый тоже залупа. И пятый это вообще кусок дерьма, блядь. В смысле, всего четыре сезона нет? Проверка на позера, ты прошел, красава. Но я ставлю хорошо, что ты скажешь?
Ну, для меня, ну, типа, наверное, больше очень хорошо, нежели чем хорошо. Ну, ну, оставляй, типа. Ну, поскольку, типа, я не читал мангу, типа, возможно, если бы я почитал мангу... Я не, тоже, оставляй в хорошо. Я тоже не читал мангу, я просто слышал. Что за хуйня, блядь? Не, мне мой друг рассказывал, Юра, он мне говорил, сука, они все переколопали. Я помню, как мы шли... Я тоже очень много плачущих про пердаков, блядь, слышал, потому что гондоны ебаные, нахуй, и всех там... Я с другом шел, родителей. И он ныл мне, часа, час ныл, что, блядь, повырезали до хуя, чего. И ты чисто вот под этим вот просел. Да, мнение. Да. То есть ты и под моим тоже ты просел. То есть ты сначала поставил... Вот это забыл как. Я смотрел его на стриме, два сезона, мне понравилось. Очень хорошо. Серафим. Серафим. Последний Серафим. Очень, мне очень понравилось. Мне тоже, жаль продолжения нет. Очень хорошее аниме. А что, кстати, напишите в чате продолжение, типа, какое-то. Когда будет продолжение после второго сезона? Я посмотрю, мне, ну, сюжет ёбнутый, ну, охуенный. И оно тоже безжалостное, понял? Ну, вообще безжалостное. Такое настоящее. Охуенное. Уже не будет? Жаль. А почему никогда? One Piece... Плохо, наверное. Ну, неплохо. Ну, типа, аниме, на которое всем похуй абсолютно. Да, вот эти, похуй. Блядь, сука, тысячи серий, кто будет эту хуйню смотреть? Не могут персонажей раскрыть 1000 серий. Ну, что за хуйня, блядь? Просто, типа, вот One Piece до сих пор, блядь, вот эти сокровища там, ничто, блядь, про него нихуя. Блядь, вот смотри сам. Наруто уже успел родить ребенка. Луфи что успел? Нихуя. Он даже не знает, что у него хуй есть. Не, он знает, что одной зарок. Шляпу свою лишь, блядь, поимел нахуй. Лишь свою шляпу вот носит, ебаный. Гир его пятый, этот уебищный. Заебал просто. До пяти научился считать, да. Просто персонажи все вокруг, типа, банда уебков этих соломенных шляп, и нихуя не интересно. Слушай, а ты смотрел вообще его? Адмирала неинтересное. Брат, слушай, ты смотрел аниме? Я потихонечку иду, но, типа, за все шарю. Ставь нахуй невероятно, ебать. Да, но сейчас там рисовка, я на ютубе досматривал, мне впадло смотреть сколько серий. Бля, разъёб. Тупеньких анимешников. Свинья и ребенок. Ну, поставлю невероятно, сразу просто. Ну, это блядь, вопросов... это единственное аниме с Оскаром, между прочим. Да, это просто не обсуждается. Вот это я не видел. Что это? Это Самурай Чамплу. Я не видел. Если я не ошибаюсь. Это, типа, сочетает очень стилёвенько, короче, аниме, просто пиздец какое, и вот я его сейчас прям в ближайшее время хочу посмотреть. Оно, типа, прям такой стилючек. Ну, вот, короче, за него прям все ручаются, ебануто, то есть, вот, типа, есть аниме, которое спорное, но тут аниме чисто, которое... А вот это что, пацаны? Я не знаю, что это. Ковбой Бибоп, еблуша, блядь. А, хуйня, мне не нравится. Я посмотрел даже сериал, хуета лютая, блядь. Ковбой Йобик, вот этот хуйня. Тебе нравится? Я ебал тебя, блядь, в жопу. Ты видел? Конечно, нахуй. Что скажешь? Это не, ну, блядь. Короче, типа, есть серии, которые... Ну, в принципе, атмосфера. Главный герой, Спайк. Блядь, охуенный. То, что ты посмотрел сериал... Иди нахуй. Ну хуйня. Но хотя я посмотрел, типа, как персонажи, типа, каких подобрали, еще более-менее, потому что это Netflix, типа, я охуел. Ну хуйня. Там, блядь, всех. Иди нахуй. Очень хорошо ставь. Типа, чисто из атмосферы, типа, прикол, короче, у меня два друга, с которыми я постоянно сижу, они, типа, смотрели его, типа, смотрели, и потом в определенный момент кто-то из них случайно нажал, типа, сходу на 23-ю серию. И не, типа, там происходит, типа, вот этот пиздец. И они такие, типа, что за хуйня? Почему, типа, шестая серия и уже, блядь, какая-то это. Но там, типа, прикол в том, что, как бы, там нет какого-то прям суперсюжета. Да, то есть там, как бы, серии, они, можно сказать, только из-за появления персонажей, они никак не связаны, типа, между собой. Ну, только потому, что, типа, персонажи появляются, и вот конечная серия. Bottom, ну, видел. Тоже, типа, много чего не раскрыто. Bottom. Так, ты One Piece поставил невероятно, да? Да, поставил, конечно. Bottom многие, видел. Многие One Piece вообще считают лучше, чем, блядь, вообще все нахуй. Типа, лучше аниме, блядь. Ну, я бы сказал, да. Я бы сказал, оно лучше, типа, чем по продажам и по всем оно, типа... Но не лучше, чем Bleach. Бля. Bottom вот. Видел? Нет. Нет, я тоже не видел. Бездомный бог в легендарную хуйню. Не знаю, я прям... Блять, я прикинь, я дропнул нахуй, типа, я на прям... первом сезоне. Меня что-то пиздец не втянуло. Для меня как будто вот, ну. Как будто, блядь, затянуто, типа, были вот ну, моменты. Не знаю, блядь. Блядь. Типа, все считают ебанутым, это я, то, считается, я прям это вообще самый красивый персонаж там. Честно, я прям. Я-то.
Я-то, я прям плакал в моментах. Были такие моменты, пиздец. Эмоционально. Это стоит посмотреть. Ну, типа, вот, блядь, не его, не оружие. Вот он сам, как главный герой, прикольный, как он появляется, то, что он с этой змеей или чем там, блядь, пиздится, типа. Ну, типа, вот эта девочка и его вот этот меч. Мне вообще, типа, бро, вот это видел? Вот это. Это что? Хуй знает, скипаем. У вас превосходство. Я посмотрел первый сезон, хуета лютая. На стриме смотрел, такая неинтересная хуйня, блядь, плохо. Ужасно. Мы на стриме смотрели, я даже не досмотрел. Хуйня. Что ты думаешь? Что ты думаешь? Типа, то, что это полная хуйня, то, что он скрывает свои способности, блядь. Да, да он пусси, у него нет уверенности в теле. Нахуя ему, блядь, скрывать, если он может стать просто лучшим, типа... Да, да, нахуя ты вот это терпишь, терпила, ебаная? Все, абсолютно все его, вот, ну, схемы, которые он промучивает, что управляет, типа... Это все читается абсолютно. Был бы там я в его классе, я бы, ну, наверное, умнее его был. Блядь, я в его классе бы всех там тулил бы уже. Просто, блядь. Ну, ладно, что ты ставишь? Какую оценку? Я думаю, невероятно. Блядь, ну и хуйня, пиздец. Вот это я не знаю, что. А, это про кукла. Для меня это пиздец. Как я просто... Ну, про куклу я не говорю сейчас, я говорю про класс превосходства. Конкретно я очень проперся главным персонажем. И я думаю, что много в чате, кто посмотрели, блядь, как быть Киатакой в реальной жизни. Брат, а фарфоровый Йосип, что ты скажешь? Я ничего не могу сказать, я не смотрел. Я смотрел, хорошо. Вот ходу, знаешь, ты посмотрел, мне очень прикололо, как в этом, в классе превосходства была сделана, типа, пизделка в конце. Как-то она прям, знаешь, вот прям натурально выглядела вообще, охуенно. Я не досмотрел, бро. Иди ты нахуй. Хуйня. Ну я же говорю, я бросил. Ну я не почему. Реально? Да, я на стриме досмотрел, и я такой, да не, пацаны, хуйня какая-то. Нет, для меня это прям пиздец, кайфовая хуйня. Код Гиас это первое аниме, которое я посмотрел с мехой вообще. Я ставлю ему невероятно. Ты что скажешь? Да, это... Сюжет, Это что-то попизже, блядь, даже чем, ну, я бы сказал... Титратки. Да. Прям, блядь, вроде бы там меха, а вроде бы ебать мой хуй. Следующее, казалось бы, не-не-не, куда ты, блядь, ставишь? Ну, блядь, неплохо. Типа, казалось бы, аниме вышло, когда в 22-м году, но так уёбищно нарисовано, типа, блядь, это мапа. Блядь, вся рисовка, типа... я видел петицию, даже составили, чтобы перерисовывали, потому что хуйня. Просто мапа настолько уёбищно, ну, мапа рисует Атаку Титанов, и настолько уёбищно, типа, нарисовать. Аниме эти, это эти пилы, Макима, блядь. Макима это просто, типа, супер перерисованный персонаж. Как, блядь, последнюю фу. Нарисовали, фу, блядь. Просто ужас, блядь. Сюжет дерьма. Чистого. Сюжет дерьма, бро. Чел с пилкой бегает. Герой, блядь, вот цель потрогать сиськи. Кто может вообще в это поверить, блядь? Ну такая... Чел, блядь, вы еще б не с бензопилой бил, а с пилочкой для ногтей бы его сделали бы просто, чтобы он ногти всем подчекриживал и все. Я первую серию посмотрел, дропнул. Такая хуета, не знаю, какие позитивы смотрят эту хуйню, блядь. Вот просто, пацаны, если вы смотрите это, просто можете не смотреть аниме. Охуенно то, что есть челы в чате, которые пишут, вы чё, ебланы? Там зе. Охуенная рисовка, бля, господи. Просто спасибо, что вы существуете, ебать. То, что есть челы, когда мы вот такую хуйню начинаем вам просто, блядь, ну, нести. Ну, лошадь вливать, блядь. И вы верите, блядь. Это легендарная хуйня. Человек бензопила, лучшая рисовка. Я считаю, типа, топ-1 среди всех аниме, это самая лучшая рисовка. Просто каждый фрейм... Ставишь на стоп и ставишь себя на обои, бля. Абсолютно каждый, нахуй. Я просто по кадрово можно ее смотреть и надрачивать. Тысяча деталей. Макима просто вот этот момент, когда, блядь... Ой, сука, бля. Не говори, брат. Не ее способности, а когда они стояли. Короче, кто не смотрел... Библиотека или что там было, нахуй. Обязательно посмотрите. Киберпанк. Я вот... Иду к тому, чтобы посмотреть. Ну, вроде очень, говорят, хорошо, очень хорошо. Очень хорошо. Безумно хорошо. Я думал, хуйня. На одном дыхании просто. На одном дыхании въебал. Сюжет, все. И мир. Ах, настолько охуенный, что ты хочешь поиграть в киберпанк. Я кляну. Я думал, блядь, может в киберпанк поиграть? Так что, когда я проникся этой хуйней, пиздец. Не сказать бы, что супер хорошо, потому что, ну, блядь, там есть дырочки. Ну, блядь, ну, очень хорошо. Логоризонт. Я смотрел первый сезон, но я не помню сюжет. Можно сказать, не смотрел, по сути. Смотрел? Я не... Логоризонт. Нет, не смотрел, брат. Про детей, которых ели. Забыл, как называется.
Неверленд. Неверленд. Я поставлю бля. Очень хорошо, потому я бы что... очень хорошо. Да. Ну, короче, типа, все говорят, то, что первый сезон, ну, первый сезон, по факту, первая серия, просто ебать! Как оно держит тебя, ну, в такой интриге, да. В напряжении, то, что, типа, они знают правду, типа, то, что, типа, не спалиться со всей этой хуйней, как это очень круто, типа. Но я даже второй сезон не смотрел, врать не стану. Я на ютубе просмотрел, хуйня второй сезон, хуйня. Так вот, блядь, сука, нахуй, это... откуда все твои знания? Каролин, так, ты Неверленд смотрела? Вот это что такое, чат? И по поводу Человека Бензопилы, тоже, сука, вот знаешь, это то аниме, не, я посмотрел его, ты чё. Как бы, блядь, не хотел, чтобы оно кончалось, просто вот эти серии, когда появляется Кишиба, блядь, то, что... А, вот брат, это ученик чудовища. Ученик чудовища очень что? Хорошо поставил. Подойди сюда. Каролина, привет. У Неверленда второй сезон хуйня по сравнению с первым. Я думаю, все помню. Было, блин. Ясно, блин. Илюха, бля, ебать, тебе микрофон забустился. Меня? Раз, два, три. О. Наверное, потому что это Каролина заговорила. И... Ебать, он забустился. Не смотрел, да. Ученик чудовища видел? Нет, брат, не смотрел. Очень хорошо, просто это фильм. Очень хорошо поставлю. Так, баскетбол, наверное, невероятно сразу, да? Твой любимый, я не смотрел. Я не смотрел баскетбол, брат. А, ну все. Ой, волейбол. Но волейбол ставит, типа, то, что он лучше, чем баскетбол Курок и, ну, типа, Блюлок. То есть ставит, типа, то, что волейбол, потом баскетбол Курок и потом Блюлок, типа, по уровню охуенности. Типа, Хината, там, вот этот главный гер. Покемоны не смотрел. Я смотрел, но, блядь, я не разбираюсь в сюжете. Ну нахуй. Блядь, ну это культовая хуйня, тоже невероятно. То есть, ну как бы, возможно, не совсем. Ну, блядь, бро, я не смотрел, просто, честно. Просто надо с уважением поставить ее в невероятную. Понимаешь? Ну, да, ну... То, что весь мир смотрел. И оно, кстати, закончилось. Закончилось, да, я читал об этом тоже, что оно я, закончилось. Я типа вообще, блядь, в Greenleaf и, сука, играл в покемоны, блядь, сука, столько игр переиграл на, блядь, геймбое, на Nintendo DS. Ну вот сейчас вот, блядь, я даже специально, сука, купил себе Nintendo Switch, чтобы поиграть в покемон. Но новый покемон типа, игры вот эти. Я да, слышал тоже об этом. Мне нравится этот JRPG. Я помню, вы приезжали тоже к Илюхе в Калининград когда-то, он сидит в своей, блядь, приставке ебаной и играет покемонов, блядь, собирает своих. А что по ферме у тебя, все нормально там? Уже давно закончился. Это Дневник будущего, я ставлю очень хорошо. Ты смотрел? Нет, брат, не смотрел. Очень хорошо, посоветую. Берсеркеры, скажи о нем что-то, я посадят, сука, обоссусь сейчас. Я скажу так. Вот старое, оно охуенное аниме. А новое? 3D-шное, ебал в рот. Новое не смотрел. Ну, короче, если мы оцениваем Берсерк как мангу, как, типа, Dark Fantasy и как, в принципе, это невероятно. Это 100%, бля, идите нахуй. Это, блядь, Игра престолов. По сравнению с Берсерком, какая там Dark Fantasy, это детский утренник, блядь. Поэтому, вот если мы оцениваем это как мангу, а не как вот 3D-шную хуйню, которую они нарисовали, это невероятное. Новые я вообще ничего не могу сказать, я не смотрел. Ну, вроде что там как бы положительно даже. Бро, я смотрел все полностью. Я ставлю невероятно, потому что манга это тоже разъеб. Это разъеб. Озеро. Невероятно. Было терпеть 3D. Ну, я повторял момент конкретно, как это. Бля, Мангаку пиздец жалко. Да. Пиздец. Согласен. Брат, САО. Это... Sword Art Online. Sword Art Online. Ну, сеттинг как бы охуенный, но я его тоже дропнул, блядь. Блядь, вот... Не втянуло, короче, сука. Я скажу так. Первый сезон — легендарная хуйня. Все остальное как бы... — хуйня... Пиздец. Хуйня из-под ногтя. Вот с этим оружием, с тем, всем. Блядь, в первом сезоне я подохуел, пиздец. Я посмотрел, ну ебать, а как такое может быть? Так страшно. У них одна жизнь. Они сейчас поумирают, блядь. Каждый умрет. Ты за каждого персонажа цепляешься рукой. Все остальное хуйня, блядь, какая-то лютая. Поставлю чисто очень хорошо, потому что, блядь, первый сезон охуенный. Все остальное залупа, блядь. Ну, просто за типа, есть один человечек, который. Вот я, типа, он говорит, смотри, Sword Art Online, я что-то посмотрел, по-моему, вот, блядь, несколько лет назад, после вот я смотрел Серафима и посмотрел вот, Sword Art, что-то вот.
ты смотришь, потому что сеттинг охуенный с этими, с играми, типа, и что-то, блядь, вот не втягивает нахуй. Брат, Резеро видел? Рэм. Для меня это невероятная хуйня. Это невероятно. Это охуенный сюжет. Без всякой вот этой детской хуйни, без всякой темки. Просто, но бесит то, что один сезон, они могут крутиться над одним событием, понимаешь? Над одним событием. Типа продолжения сюжета нет, он там по 20 раз умирает, чтобы решить проблему. И каждый раз она выходит другая. Блядь, такие охуенные моменты там есть. Пиздец. И вот сейчас втором сезоне я посмотрел. Блядь, я просто ёбнулся. Бро, там тоже моментов до ебеней. Блядь, там именно страшно, понял? Что каждый раз он приходит к чему-то другому, его ебашит. Он там в моменте уже с ума прям сходит. Говорит, я уже заебался умирать, пиздец. Очень охуенно. Очень охуенно. Я вообще за него, я не шарю, типа, за... Тут без лишних слов невероятно. Лечь, невероятно, даже можно не обсуждать. Найду тебя в подземелье. Я посмотрел 3 сезона. Ну, хорошо. Не сказать, что разъеб. Хорошо, ты видел его? Скажу, хорошо. Не супер хорошо. Баруто. Блять, вот это вот, сука, знаешь, то, на чем вот... Короче, вот это можно вот сравнить с тем, что вот есть у тебя вот был человек, вот он умер, и как бы вот, типа, все было охуенно, и как бы тебе просто нужно забыть, типа, просто смириться с тем, что, ну, все, нет этого человека, и, типа, жить своей жизнью. Но тут ты, сука, блядь, ищешь, нахуй, книги, блядь, вот эти, чтобы воскресить этого человека, и вот, блядь, ты, короче, вот не можешь. Вот из-за того, что я настолько проникся Шипуденом, я просто вот не мог. Вот я смотрю на этих персонажей, сука, старых, блядь, мне плакать, сука, хочется. То, как их сливают, то, как, блядь, Саски там, типа, у меня нет чакры. Блядь, да иди ты нахуй, сука. Знаешь, что я бы очень сильно хотел увидеть? Мне кто-то говорил, что должны были экранизировать отдельный какой-то спин-офф про Минато, про его жизнь. Я бы хотел. Брат, сейчас про Акацки будет спин-офф. Да? Когда? Да, официально вышло то, что будет типа про Акацки. Блять, вот про Акацки, про Минато. Это лучшая, блядь, преступная группировка. На втором месте это, конечно, ридановцы из авиапарка. Бро, я бы очень хотел про Акацки посмотреть сюжетки какие-то. Не полностью раскрыли персонажей. Типа, пиздец, не полностью. Короче, ебал я в рот, блядь, Боруто, ну, типа, мне оно нравится, я его смотрел, меня втянуло, блядь, исключительно за тем, что, ну, как бы фильм охуенный, Боруто, то, как вот там, типа, и сделанные боевки, типа, и так далее, и там хотя бы, блядь, персонажи не особо, типа, сливали. Но то, как вот они начали там возвращаться, вот, ну, не буду там тоже спорить, как вот оно все пошло, как сливают. Короче, Боруто я ставлю неплохо. Как, блядь, какое-то хуило просто, блядь, никчемное может проткнуть Наруто, блядь, с сюрикеном. Да иди ты нахуй, сука, блядь, как мне это бесит, просто пиздец. Хотя, ну, типа, в таком возрасте Наруто должен быть на пике своих сил. Ну да, он уже, блядь, идее. 30 лет, он должен ебать как аж свистеть как должен бы, был. Как бы это вообще, да, самый пик сил, то есть это... Ну... Бро, я тут ставлю неплохо его. Тут просто сливает старое поколение, как бы. Ну, мне нравится, типа, Боруто как персонаж. Он, типа, прикольно то, что у них там проблема отцов и детей, как бы, раскрывается. И, как бы, Сарада, типа, прикольно. Но все равно, блядь, ну, ёб твою мать, пука! Блядь, ну... Блядь, я даже... Короче, я моменты смотрю сейчас, и я, типа, такой, блядь, хуйня. Я его, наверное, все-таки поставлю в очень хорошо, потому что... Ну, куда, типа, блядь, куда в очень хорошо? Ну, блядь, полная хуйня, блядь. Ну, я хочу, и понимаешь, вот, ну, блядь, я хочу воскресить эту хуйню. Я пиздец, я расстроен. Ладно, тебе не мне, хорошо, поставлю, потому что, бро... Я ебануто расстроен, просто пиздец, как со всякой хуйней. Я... Мне отрадно смотреть, как, типа, вот, ну, блядь. Я не смотрел серии... Знаешь, я не смотрел серии, блядь, я даже не помню, какой там я серии прикольный, не смотрел. Там есть прикольный, Джиген прикольный персонаж, типа, сам по себе. Вот, я даже не смотрел, как Джиген там, блядь, пришел к ним в гости, я даже это не видел. Я серии 200 не смотрел, или 100, блядь. Есть нераскрытые приколы по типу, как... Блядь, ой, бля, я вспомнил момент, нахуй. То, что после битвы с, блядь, Джигеном произошло, нахуй, когда... Все, не плачь, зайка, это просто пиздец. Нет, ставь плохо, здесь идут нахуй они, блядь. Плохо, пошли нахуй. Гондоны ебаные, так, блядь. Так, у нас осталось
Ходячий замок это невероятно. Не будем тут сразу. Ну, это просто классика. Да, вот это невероятно. Тоже невероятно, да? Реинкарнация без работы. Мне тоже нравится. Все охуенно. Все охуенно. Но второй сезон чуть-чуть подзатянули, блядь. Ну там такое поддушнилово какая-то у меня была. Пиздец, как на таком, как типа развиваются персонажи вокруг, типа главного героя. Как они будут расти дальше, брат, там пиздец. И просто, когда первый раз они встречают Острида. Вот этот момент, когда... Блять, вот в конце это пиздец, бро, я, блять, меня ебало завалил, нахуй, просто. Ты случайно не общался, типа, не знаешь, что это бога людей? Знаю, я с ним разговаривал. Бам, секунда, просто пиздец. Блять, это очень сильная хуйня. Я 3 раза пересматривал и 4 в моменте. Вот так. А знаешь, какой момент я еще пересматривал? Где они с подругой были, понял? И их женщина-кошка это спасла с мечом в переулке. Да, бро, это момент. Пиздец, я охуел. Я говорю, я в сторис снимал. Я пересматривал 3 раза или 4, потому что... Ну, и этот звук, и этот моментик, блядь, это пиздец. Блядь, это просто пиздец, блядь. Сори за спойлер, пацаны, но, блядь, это надо просто даже увидеть. Мы что, толком ничего не сказали, просто типа... Даже если мы заспойлерили фул, типа хуйню, то просто вы когда... Это надо посмотреть, это надо посмотреть, пиздец. Это реинкарнация безработного. Там суть в том, что, типа, чел жил 30-летний, похоронил свою жизнь. Типа, из-за того, что над ним издевались, он не выходил из комнаты. И все. Да. Я что-то... Все-таки давайте вы сами, блядь, этот момент... Вот это что такое, брат? Посмотрите. Блядь, я знаю, что это такое. Чат, что это? Ну, я это не смотрел. А, Вайл это... Не смотрел. Варган, да, я не смотрел. Ну, Академка была уже. Вот это что такое, блядь? Что, блядь? Ты Академку не смотрел? Ну, Академка была, она есть, она же была уже. Нет? Куда разве не было ее? Нет. Не было? Нет. А, ну тогда я ставлю очень хорошо. Ну, базар. Потому что дохуя таких моментов, блядь, с этим пиздежом, блядь, не, сука, мне это бесит, нахуй, моментами. Непризнанные школы Владыка Демонов. Хуйня, блядь, я не люблю эту хуйню. Какая хуйня, блядь, один тип суперсильный. Блядь, ну я не люблю такие темки, где приходит какой-то тип, он суперсильный, и все аниме заканчивается, как он всех с одной тычки ебашит. Пиздец, блядь. Мне нравится, типа, вот аналогия с демонами и так далее, типа, когда знаешь, типа... Блядь. Мне прикалывают моменты, когда, типа, его думают, что он слабый, типа, издевается над ним, и потом он такой... Да, но меня это уже заебало, понял? Меня, типа, я сейчас смотрю Омэджи, какой-то Омэджи перерожденный, блядь, ну такая хуйня, блядь, гаремник, это тип суперсильный. Какие-то драки, блядские, однобаночные. Ван Панчман это вообще, ну, типа, ну, нихуя, типа, не рядом. Короче, с Владыкой Демонов. Илюха. Ван Панчман, ему абсолютно на все похуй. И все, вот, короче, Сакамото очень хорошо, остальное все в невероятно. Алхимик. Невероятно, алхимик, невероятно, конечно. Сакамото очень хорошо, тоже смешно. Очень хорошо, бля, пиздец. Вот у вас будет время чисто вот так на досуге посмотреть Сакамото, вот так охуенно. Ну и Наруто это, блядь. А я могу поделиться этим списком? Да, это то, ради чего, бля, я вообще живу, нахуй. Так, а как я его сохранил? А, лол, а можно его сохранить, не? Все. Блять, вот. Можно сохранить его? Я хочу... Ну, download и в телегу себе выложу просто. Все. Да, я хочу его выложить в ТС себе, чтобы все понимали, что вот такой тирлист у нас получился. Сейчас. Вот такой у нас тирлист, ребята. Ну что, Илюха, на этом можем закончить. Мне надо уже ехать к Ваде. Да, базар. Спасибо, что пришел, посвятил время. Да не за что, братик. В следующий раз... По нерешенному у нас вопросу тут буквально... Да, конечно, конечно. Мы прямо сейчас этим и займемся. Я сейчас уфаю, и мы едем, потому что надо уже дальше ебашить ехать. Чат, всем спасибо за внимание. Спасибо, Илье. Да куда ты, блядь? Чего тебя модер скидывает на тирмейкер? Спасибо, и... Чтобы создать свой тирлист. Спасибо Илюхе за внимание, спасибо вам за внимание, чат. Вот так, такие аниме-тирлист, мы анимешники. Приходите завтра ко мне на ИРЛ, завтра мы будем... Атаку,
Атаку. Атаку. Завтра атаку будем титана. Делать гринскрин конкурс для вас. Будем снимать его на стриме. Будем показывать, как его делать. Это Илья Exile. Я был злой. Всем спасибо за внимание. И всем бэ-бэ. Все. Анимешники, надеюсь, обрадовались. Сейчас я кому-то рейду. Всем, когда будет кушать, так сказать, это Атаки Мас. Ебанутый. И всем сайонара. Рейдулю. Вот давай Максу дам сразу рейд. Ты ему дрон сломал вчера. Ты ему дрон сломал? Да, случайно. Так получилось. Все, чат, всем спасибо за стрим. Увидимся с вами завтра. Рейд идет? Идет, да. Все, Максу привет. И извиняюсь, то, что сломал его дрон вчера. Фоловьтесь на канал, спасибо. Да, было такое. Каким образом? Да лопасти вот улетели нахуй, я катался пьяный. Лист скинул ТЭ. Листок в ТЭ. Лол, скинь ТЭ на прощание. Все в телеграм-канале, мужики. Все, чат, бэ-бэ.